Добрый день, уважаемые коллеги. С большим удовольствием приветствую вас на юбилейном 10-м Гайдаровском форуме. Я думаю, что у нас Александр Анатольевич подойдет чуть-чуть, буквально минуты две. Мы его ждем, он у нас тоже будет с нами. Очень символично то, что 10-й Гайдаровский форум, центр, который я возглавляю, меня зовут Агапова Елена Викторовна, нам тоже 10 лет. В 2019 году 5 лет у нас будет действующему 44-му федеральному закону, 7 лет 223-му федеральному закону. За эти годы произошло формирование системы закупок, много чего случилось. Мы создали целый мир закупок, и наступило то прекрасное время произвести небольшую перезагрузку. Четвертый год подряд мы проводим данную секцию, и разрешите представить, там, наверное, начиная с левой руки, сидящей от меня, это заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Евраев Михаил Яковлевич, директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов Российской Федерации Демидова Татьяна Павловна. Аудитор Счетной палаты Российской Федерации Рохмистров Максим Станиславович. Заместитель руководителя Федерального казначейства Катамазова Анна Тимуразовна. К нам присоединится генеральный директор, председатель правления корпорации МСП Браверман Александр Арнольдович, как я уже сказала раньше. И у нас в первом ряду наш замечательный участник, который, к сожалению, не поместился на нашей трибуне, но мы обязательно ей предоставим слово, потому что мнение общественное нам очень важно. Это у нас Елена Николаевна Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Ну что, список участников у нас определен. Участники у нас замечательные, поэтому предлагаю начать нашу замечательную тему «Мир закупок. Перезагрузка». Потому что первый опыт закупок в 2018 году, все мы понимаем, что закон под новогоднюю елочку мы с вами имеем. И, наверное, начну с вас, Татьяна Павловна. Какой первый опыт, куда мы идем, что нам ждать? Дайте нам канву 2019 года, как же работать нам? Вам слово. Добрый день, коллеги. Подождем загрузку презентации. Лена Викторовна правильно сказала, мы из года в год встречаемся, наши встречи становятся уже регулярными, и тематика сегодняшней сессии – это перезагрузка. Перезагрузка у нас по факту, уже такое слово, свойственно непосредственно автоматизации, электронизации. И по старой традиции, уже сложившейся, в том году мы обсуждали поправки, принятые в конце 2017 года по внесению изменений 223 в 44, направленные на электронизацию. И по состоянию на сегодня мы уже можем обсудить те шаги, те действия, определенные уже достижения в рамках реализации принятых поправок и перспективы дальнейшего развития. Перезагрузки системы госзакупок, безусловно, не так легка, не так проста, потому что перевести все с бумажных носителей в электронную форму, безусловно, требует определенных временных затрат, ресурсов технологических. По факту можем сказать, что мы в активном начале этого пути. Большая задача этот путь, по крайней мере, нормативно завершить в этом году, и для того, чтобы со следующего года мы уже были готовы к максимально возможной автоматизации происходящих процессов и начать уже непосредственно практическую реализацию полного блока автоматизации закупок. На данном слайде краткая информация о том, что же было сделано за прошедший 2018 год. Как Елена Викторовна сказала, мы не можем жить без новогодних подарков. Так случилось, это уже традиционно, еще со времен 94-го федерального закона получилась такая традиция, что каждый год перед Новым годом мы получаем новые либо поправки в закон, либо, соответственно, выход новых актов. Буквально 30 числа у нас вышел акт правительства, который значительно влияет на последующее развитие истории закупок. Это регистрация участников закупок в единой информационной системе. Это та тематика, которую мы обсуждали в том году. Это начало
автоматизации не только действий заказчика, но и участников закупочных процедур с возможностью развития этого механизма, в том числе и анализа участников закупки, их деятельности при осуществлении закупки и снижение административных барьеров с точки зрения устранения необходимости или минимизации такой необходимости представления документов на бумажных носителях. Работа очень большая. Я думаю, что Анна Тимуразовна подробно расскажет, как настраивается процесс, как происходит автоматизация. Могу сказать, что соответствующий акт направлен как раз на максимально возможный обмен электронными документами между федеральными органами исполнительной власти для того, чтобы снизить нагрузку на участников закупок. Безусловно, весь процесс, кроме самого процесса проведения процедур, еще основной точкой прикосновения является все же так называемая заточка под единственного поставщика, тематика тоже старая, давно развивающаяся. И в том году была начата активная процедура по формированию каталога товаров, работ и услуг, используемых при государственной закупке, как раз с целью формирования единообразного описания объекта закупки, исключения так называемых параметров, способствующих ограничению количества участников закупочных процедур при описании объекта закупки, в связи с чем начато формирование каталога товаров, работ и услуг. О нем я чуть позже остановлюсь. И еще один элемент, который у нас произошел с лета этого года, мы поменяли вид электронной подписи, используемой при государственных закупках. Было очень много опасений, но в настоящее время, могу сказать, по той практике, которая у нас отмечается, мы не увидели сложности, сбоев, либо каких-то острых проблем, возникающих по этой тематике. Безусловным еще достижением в рамках проведенной работы, работа была очень большая, очень объемная, очень сложная, это был отбор операторов электронных площадок. В настоящее время отобрано 8 операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки. Работа проведена совместно с заинтересованными ФАИВами, работа совместная в том числе с операторами электронной площадки по запуску новых процессов. Могу сказать, что в перспективе у нас еще ожидается поправка в требования к операторам электронной площадки. В ближайшие дни мы надеемся, что мы увидим соответствующий акт, предусматривающий еще дополнительную проверку операторов электронных площадок на предмет соблюдения требований единых в части защиты информации, которые вступили у нас в силу с 1 января этого года. В рамках 2018 года был определен перечень банков для открытия спецсчетов, их насчитывается в настоящее время 18, и организованная работа непосредственно по взаимодействию банков с операторами электронной площадки, и, наверное, тоже одна из дискуссионных тем, это тематика, связанная с изменением работы, финансовой модели работы операторов электронной площадки с открытием специальных счетов. Также было очень много опасений, связанных с этой тематикой, была важная задача и миссия обеспечить максимально комфортный, плавный переход на новую финансовую модель. В настоящее время по информации финансовых организаций наших 18 банков открыто более 175 тысяч специальных счетов. Схема новой нашей перезагрузки выглядит вот в такой форме. Соответственно, регистрация у нас с 1 января 2019 года начала работать единая информационная система с последующей аккредитацией на специализированный оператор электронной площадки и на операторах электронной площадки. Участник закупочной процедуры по вопросам, связанным с обеспечением заявки, взаимодействует непосредственно с финансовой организацией. И последующий обмен между финансовой организацией и оператором электронной площадки уже происходит в автоматизированном режиме. При этом вопрос взимания платы, он у нас находится в области взаимодействия между участником и операторами электронных площадок. По каталогу, работа, это результат работы, которая проведена на площадке Министерства финансов Российской Федерации. На что хочется обратить внимание, это, наверное, на те показатели, которые вот приведены в четвертом прямоугольники, а именно результат анализа той цены, которая формируется с применением каталога. По результатам проведенного анализа применения позиций каталога в единой информационной системе при сравнении соответствующих цен с данными Росстата, можно отметить, что по позициям каталога, используемым при осуществлении закупки, разница в цене отмечается в ряде позиций в 2,5 раза.
В настоящее время единая информационная система насчитывает более 44 тысяч позиций каталога. Эта работа будет продолжаться еще активно весь 2019 год. За 2019 год мы планируем закрыть основные направления, основные потребности заказчиков, описать и, безусловно, эту работу еще продолжать в ближайшие годы. В настоящее время, как я уже сказала, соответственно, у нас принят акт о регистрации. Краткая схема здесь приведена. В процессе регистрации у нас активно идет взаимодействие с системой идентификации и аутентификации. Участник при регистрации, соответственно, использует данные, размещенные в соответствующей системе, с последующим входом в единую информационную систему регистрации в ней и ведение реестра участников закупки в соответствующей системе. Про электронные процедуры непосредственно технологии останавливаться я не буду, потому что прошедшие полгода, соответственно, та тематика, которая, ну, уже, наверное, предоставила возможность и заказчикам, и участникам почувствовать, оценить, соответственно, и выявить какие-то возможные шероховатости либо недостатки соответствующих процедур и осуществить до наладку соответствующей системы. Мы привыкли активно говорить об открытых процедурах, но по итогам 2018 года необходимо отметить еще следующую тенденцию. При обсуждении вопросов открытости процедур, доступности и раскрытия информации, к сожалению, мы столкнулись с необходимостью еще защиты той информации, которую, соответственно, мы обладаем, и ограничения доступа к этой информации лиц, которые могут использовать соответствующую информацию в своих интересах, в своих целях. Это в том числе и в экономических вопросах, и в внешнеполитических вопросах. Поэтому, безусловно, соответствующий вопрос стал активным для решения и для поиска соответствующей ситуации. В рамках 504-505 федерального закона и для госзакупок, и для закупок в рамках 223 закона был принят комплекс мер, направленный на ограничение публичного доступа к информации. При этом, наверное, достижение в рамках 44-го является сохранение автоматизации соответствующей информации, сохранение в размещении в единой информационной системе, но исключение из открытой части сайта той информации, которая может быть воспользована, использована в неблагоприятных направлениях. Что касается поправок 223 федеральный закон, здесь, наверное, ситуация посложнее, потому что мы получили исключение из действия 223 закона ряд взаимоотношений. Самыми спорными взаимоотношениями, которые попали из исключения, это нераспространение норм 223 закона на сделки с взаимозависимыми обществами между заказчиком и соответствующими участниками, и исключение из сферы регулирования, это взаимоотношения, связанные с поставкой товара, работы, услуги по договору с иностранным лицом. По нашему мнению, по мнению Министерства финансов Российской Федерации, эти два исключения содержат риски необоснованного вывода из-под действия норм 223 закона достаточно широкого круга правоотношений. При этом самые большие риски связаны с тем, что эти правоотношения мы даже не можем увидеть в единой информационной системе. Они не размещаются, информация о таких закупках, ни в планировании, ни в договорах, ни в самих процедурах. Соответственно, их нет, проанализировать невозможно, осуществить контроль тоже с контролем, тематика, проблематика существует, я думаю, что Михаил Яковлевич тоже этой тематики коснется. И вторая тематика – это расширение перечня случаев закупки товаров, работ, услуг, при которых сведения не размещаются в единой информационной системе, независимо от того, что сама закупка не составляет гостайну. Все эти меры как раз были направлены на защиту наших хозяйствующих субъектов от негативных возможных последствий использования соответствующей информации при закупках. На статистике я подробно, детально информацию останавливаться не буду, слайды приведены, слайды здесь использована информация, которая находится в открытом доступе. Здесь нет никакой тайны, вы можете спокойно эту информацию увидеть с сайта единой информационной системы, мониторинг, который ведется в автоматизированном режиме. На что хочется обратить внимание, что в рамках 44-го федерального закона каких-то существенных таких резких изменений не отмечается. Средняя, соответственно, тематика идет сопоставима с картиной по сравнению еще с предыдущими годами. На что хочется обратить внимание, это на следующий слайд. По следующему слайду обратите внимание на объем извещений, которое было размещено. В рамках 2017 года общая сумма извещений составляла 24 триллиона, чуть больше 24 триллионов. По итогам 2018 года в единой информационной системе было размещено извещение только, ну,
ближе к 15, ну, больше 14 триллионов рублей. С одной стороны, повод, наверное, испугаться о том, что у нас резкая просадка по показателям. Вместе с тем, обратите внимание, что сумма по контрактам практически не изменилась. При этом стоит отметить, что, наверное, впервые за все это время сумма по заключенным договорам и по суммам извещения практически рядом. То есть нет большого какого-то расхождения, как это отмечалось в 2017 году. По количеству размещенных извещений, по количеству контракта также существенных изменений не наблюдается. Процент экономии сохраняется на уровне непосредственно 2017 года. Но при этом необходимо отметить, что, конечно, наблюдается снижение средней стоимости объявленной официально публичной закупки. О чем это говорит? Это говорит о том, что очень большой блок закупок у нас либо вышел из-под сферы регулирования 223 закона, либо, соответственно, попал в закрытую плоскость. В настоящее время на площадке Министерства финансов Российской Федерации завершается мониторинг практики применения 223 федерального закона. Результаты мониторинга они будут у нас размещены и на сайте Минфина, и в единой информационной системе, в рамках которого мы постараемся проанализировать и найти причины вот такого расхождения по показателям. При этом, если посмотреть данные, опять же, размещенные в единой информационной системе по планированию, то объем запланированных закупок в рамках 223 превышает объем аналогичных запланированных закупок за 2017 год. Если по состоянию на 2017 год их было более 34 триллионов, то за 2018 цифра составляла запланированных закупок более 38 триллионов рублей. То есть это говорит о том, что большая часть не попала в аналитические данные и не подлежит аналитике. Предыдущие слайды были, скажем так, первыми выводами по результатам применения электронных процедур, но, как я уже сказала, мы в начале пути. Вот этот вот слайд, такой ступенчатый, можно назвать тортообразный направление развития дальнейшего совершенствования законодательства, содержит в себе несколько направлений, которые для нас являются существенным и которым непосредственно будет посвящена деятельность Министерства финансов Российской Федерации в 2019 году. Безусловно, останавливаться на перевод процедуры, исключительно самой процедуры в электронной форме и на регистрации участника в единой информационной системе, это недостаточно для того, чтобы говорить, что мы завершили перезагрузку. При переводе процедур в электронную форму, можно сказать, в настоящее время нужно упрощать систему закупок, нужно упрощать способы, потому что сами по себе способы стали настолько тяжелыми, настолько сложными, что зачастую заказчики в рамках даже 44-го закона совершают ошибки непреднамеренно, а просто разобраться в особенности применения того или иного способа становится не всегда легко и просто. Поэтому, безусловно, нужно сохранить те процедуры, которые существуют, которые понятны, конкурс, аукцион, запрос ценовых предложений, упростить соответствующую процедуру коротких закупок и сделать возможность проведения коротких конкурсов по аналогии с существующими короткими аукционами. Ставшая уже сложная тематика, о которой мы тоже говорим уже, наверное, не первый год, это необходимость упрощения системы планирования. Система планирования должна, на наш взгляд, по мнению Министерства финансов, выглядеть в виде единого электронного документа, который постепенно будет раскрываться по мере приближения непосредственно к закупке. При этом вся та информация, которая в настоящее время размещается в плане графики, то есть более детальное описание непосредственно предмета закупки, должна будет размещаться и описываться в единой информационной системе за 3 месяца, не позднее, чем за 3 месяца до начала ее осуществления. Тем самым, соответственно, это будет накопительным эффектом, и устранить необходимость расписать все денежные средства, полученные на соответствующий финансовый год, подробно, в том числе с описанием начальной максимальной цены контракта, описанием объекта закупки, а сократить соответствующий временной интервал до 3 месяцев. Еще одна тематика, которая в настоящее время является дискуссионным, здесь, наверное, нам тоже понадобится еще оценка Счетной палаты. Максим Станиславович, наверное, даст свою оценку видения соответствующего предложения. Это предложение прекратить цикличность осуществления закупки в случае, если к вам никто не приходит на закупочную процедуру. Как выглядит это в настоящее время? Когда вы проводите конкурс, отсутствуют заявки, вы проводите повторный конкурс, отсутствуют заявки, вы проводите запрос предложения, отсутствуют заявки, вносите изменения в план график и снова идете по этому кругу. И по этим кругам вы ходите ровно столько раз, пока хоть кто-то не придет на закупочную процедуру, хотя бы одна заявка. Это, безусловно, способствует еще другому негативному фактору, это сговору между заказчиком и соответствующим поставщиком. Это вынуждает заказчика идти договариваться, искать соответствующего поставщика и работать в серой зоне с возможностью последующего предъявления
вопросов со стороны Федеральной антимонопольной службы за совершение картельных действий. Чтобы этого не было, наше предложение предусмотреть возможность после первого такого круга, то есть закупка, не состоявшая закупка, запрос предложений, возможность предоставить право заказчику заключить контракт с любым лицом, соответствующим требованию документации, по согласованию с контрольным органом. Похожая ситуация у нас есть в закрытых процедурах, только такая возможность наступает сразу после первой процедуры, вместе с тем, с учетом того, что мы говорим про открытый сектор и про публичный сектор, сохранить первый круг соответствующих процедур. Кроме этого, следующее предложение – это уже в настоящее время загруженное в текстах законопроекта, проходим согласование в установленном порядке, надеемся получить положительное заключение от Главного правового управления администрации президента. Это право заказчику предложить заключить контракт второму лицу, второму участнику, который был признан вторым после победителя, в случае расторжения контракта с первым. В своем образе это, наверное, возвращение, опять же, на шаг назад, потому что аналогичная норма у нас была в рамках 94-го закона. К сожалению, она не нашла своего отражения в положениях 44-го закона. При этом зачастую такая необходимость существует, и существует даже готовность второго участника заключить соответствующий контракт в случае расторжения контракта с первым. Это также минимизирует все те затраты, которые, соответственно, производят заказчики при получении своей нужды, своей потребности, и способствует соблюдению принципа конкурентоспособности и открытости соответствующих процедур. Также проблематика, которая активно существует, тоже мы проводим работы по реализации соответствующих норм в тексте законопроектов, это предусмотреть возможность закупать за единицу независимо от предмета закупки, предоставить заказчику самостоятельно право определять, он будет закупать соответствующий товар, работу, услугу за единицу или с фиксированным объемом. К сожалению, у нас за прошедшее время, например, на удивление, до сих пор нет в перечне товаров, работ, услуг, которые можно закупать за единицу, таких вот понятных вещей, например, как уборка улиц, вывоз снега, где, безусловно, предугадать объем на начало года, сколько выпадет снега, либо сколько потребуется реагентов для устранения всех последствий, соответственно, невозможно. Поэтому заказчики вынуждены либо это передавать соответствующие закупки на подведомственные предприятия, чтобы впоследствии соответственно, осуществлять закупку в рамках 223 закона, либо, соответственно, фиксировать объемы и потом пользоваться вопросом плюс-минус 10% изменения объемов с ценой соответствующего контракта. И, наверное, тематика, которая, на наш взгляд, тоже находится, в принципе, в достаточно близкой степени реализации. Я думаю, Анна Тимуразовна тоже свой комментарий в этой части сделает. Это вопрос, касающийся развития автоматизации типовых контрактов. Это та тематика, которую мы тоже обсуждали долго, в том числе тематика, которая звучала с площадки Счетной палаты. Это предложение автоматизировать формирование контракта, его проведение через процедуру и заключение. В настоящее время у нас в библиотеке типовых контрактов размещены утвержденные типовые контракты. Кроме этого, Министерством финансов Российской Федерации по поручению правительства Российской Федерации проводится сбор и анализ всех типовых контрактов, которые в настоящее время формируются и готовятся профильными министерствами и ведомствами. Есть поручение заместителя председателя правительства об усилении и ускорении соответствующей работы. И в настоящее время АФАИВы у нас активно этой работой начали заниматься. Надеемся, что к лету мы увидим достаточно широкий пул соответствующих типовых контрактов, которые, безусловно, сделают единообразие закупочных процедур в соответствующей сфере и минимизирует возможные риски с площадки соответствующего заказчика при формировании документации о закупке. И задача наша совместно с Федеральным казначейством – это автоматизировать соответствующие формы типовых контрактов, сделать так называемый конструктор, который будет формироваться заказчиком при формировании документации в единой информационной системе. В автоматизированном режиме именно этот типовой контракт, который утвержден в установленном порядке заинтересованному федеральному органу исполнительной власти, проводить через всю процедуру и подписывать именно его с включением существенных условий. Работа техническая, работа сложная. Самое главное здесь обеспечить минимизацию рисков каких-то нарушений либо ошибок для того, чтобы, безусловно, не остановить закупочную процедуру, чтобы не зациклить получение заказчиком соответствующей потребности. Этот блок как раз вопросов в совокупности мы планируем, как я уже сказала, завершить в 2019 году и после его завершения уже начать плотную его реализацию, которая, на наш взгляд, будет способствовать как раз уже финальной стадии перезагрузки.
И маленький комментарий, небольшое отступление, наверное, от нашей тематики. Слайд просто размещу. Это тоже еще один новогодний подарок. Подарок, соответственно, в виде поправок в закон. Поправки не сильно большие, но, на наш взгляд, устраняют очень многие вопросы, которые у нас возникали. Первая самая возможность, которая у нас вступит в силу с 1 июля, это возможность уменьшения размера обеспечения исполнения контракта. При этапном исполнении контракта такое уменьшение будет автоматически с момента размещения информации в реестре контрактов. Следующий момент, который также был активно обсуждался после внесенных изменений 504-м федеральным законом, это устранение необходимости проведения внешней экспертизы контрактов, заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся электронных процедур. И вопрос возможности изменения цены контракта в связи с изменением размера ставки НДС. Обращаю внимание, самая главная вот цифра здесь выделена красным шрифтом, это до 1 октября только 2019 года возможно будет заключить соглашение об изменении цены контракта в связи с изменением ставки НДС. При этом обращаю внимание, что такое изменение должно быть по соглашению сторон. Такое изменение возможно только на тот размер, не всю цену вы меняете, а только на тот объем, который подпадает под изменение ставки НДС, и соответствующие изменения в рамках государственных заказчиков, муниципальных заказчиков можно осуществить только в пределах лимитов бюджетных обязательств. Если у заказчика есть, он имеет право заключить. Если у заказчика лимитов нет свободных, то, к сожалению, такое дополнительное соглашение заключить будет невозможно. И еще одна поправка связана с участием в электронных процедурах государственных муниципальных учреждений. Это освобождение соответствующих учреждений от необходимости внесения обеспечения на участие в электронных процедурах. Связано это с ограничением существующего в действующем законодательстве по открытию счетов соответствующим учреждениям финансовых организаций. На этом у меня презентация закончена. Я думаю, что мы сегодня как раз детально, активно обсудим все направления развития и те вопросы, которые, возможно, сегодня возникнут, мы имеем прекрасную возможность учесть при нашей деятельности в 2019 году по доработке, до настройки автоматизации процедур закупок. Спасибо большое. Спасибо большое, Татьяна Павловна. Как всегда, очень конструктивная выступление с новыми делами на Новый год, но на самом деле жизнь продолжается, жизнь не останавливается. И вот я бы хотела попросить Максима Станиславовича рассказать нам нынешнюю ситуацию в аудите госзакупок, и что нам ожидать в ближайшее время, каков будет переход на электронизацию, как вы считаете? Ну, я хотел бы начать вот именно с этого слайда, потому что я считаю, что он ключевой. Потому что надо понять, что такое перезагрузка, да, вот в нашем понимании. Вот в моем понимании, я в этом глубоко убежден, что перезагрузка, она должна состояться не вот какими-то точечными изменениями, да, а перезагрузиться на понимание чего-то. Вот была такая серьезная перезагрузка в области компьютерных технологий, там, гаджетов там, и в повседневной жизни. Это вот я называю такая революция Стива Джобса, да, который сделал интерфейс взаимодействия человека и компьютера таким, что на сегодняшний день, ну, наверное, сами там многие из вас имеют детей, которые умеют получить от компьютера то, что им нужно, до того, как они научились читать, писать и считать. Да? Это называется дружелюбный интерфейс. И вспомните, еще 15 лет назад даже для общения с обычным там, телефоном нужны были какие-то базовые знания, чтобы сделать что-то там, да, какие-то функционал, там, произвести какие-то действия, чтобы это получить, а уж написать смс, там, да, используя там, многократное нажатие одной и той же кнопки, это вообще целое искусство было. Я уже не говорю о программистах, которые занимались там несколько систем, да, использовали для того, чтобы произвести то, что сегодня там может сделать ребенок нажатием одним пальцем. Да. И если мы сейчас посмотрим на нашу систему государственных закупок, мы увидим вот ситуацию, когда вот такая запущенная болезнь. Да. В 44-м, чтобы разобраться, это вообще учиться надо. Да, я думаю, да, уж пора вводить высшее образование по изучению 44-го. Да, 130 листов закон, 225 нормативно-правовых актов. А если мы еще возьмем ведомственные акты, ну, то, вот, кто не сойдет с ума, то может получить работу. Да? Вот, если мы возьмем 223-й, да, я его называю «Моральный кодекс строителя коммунизма». Да?
очень похоже, да? Все должны быть честными, хорошими, и все конкурентное. Не все, правда, этому соответствуют. Значит, да, это на самом деле так складывается. Вот. Вот сидит Александр Арнольдович, благодаря его личной воле, стараниям и усилиям, ну, ему приходится, он всю страну объездил по 175 раз, там, да, какое-то движение в области 223 в сторону малого и среднего бизнеса произошло. А это должно происходить автоматически. Да. И вообще, следующий слайд, он будет говорить как раз, собственно говоря, почему мы это должны делать и зачем. Да? Ну, вроде госзакупки, ну, такая ерунда какая-то там, закупки, что-то им надо, да. Поэтому вот я нарисовал такой слайд, да, здесь вот слева 17-й год, да, что такое ВВП, да. ВВП – это ключевой показатель, из которого не только подводятся итоги, да, но и строятся планы на будущее. Считается рост экономики, благосостояние и все остальное, да. Такой ключевой показатель. И что мы здесь видим? Да? Вот государственные закупки за 2017 год. 37% внутреннего валового продукта страны. Это заслуживает внимания. Что такое ВВП? Это совокупность товаров, работ и услуг, которые произведены в течение года, да, на территории нашей страны. 37% находится процентов в 2017 году в области государственных и корпоративных закупков. А насколько они эффективны? Ну, один из таких ключевых показателей, мы оцениваем количество заявок на один лот. Он достаточно условный, это такая средняя температура по больнице, да. Но если вот больница иногда достигается в морге минус 35, здесь 40, средний 36,6, да, на количество больных и мертвых поделенное, да, то здесь даже этого не получается. Мы видим в 44-м менее 3 заявок на лот. Да, что это? Это достаточно низкий уровень конкуренции. В 223-м, а если вы посмотрите по объемным показателям, он гораздо больше, чем 44-й. Конкуренция вообще отсутствует. То есть мы не дотягиваем по общему объему, даже по средней температуре по больнице, мы не дотягиваем до 2 заявок на лот. Даже в среднем. А если мы погрузимся туда поглубже, то мы увидим, что вот даже вот эти вот сомнительные показатели, да, средние, они достигаются меньшим количеством и денег, и объемов, где там несколько там в процентном отношении конкурентные процедуры там добиваются каких-то показателей. Поэтому значение эффективности государственных закупок в целом для страны и для развития достаточно высокое. Поэтому, когда мы говорим, что нам надо что-то вырасти где-то, да, надо понять где. Да? И мне кажется, что вот эти показатели говорят о том, что для страны значение эффективности государственных закупок сегодня это огромное. И это огромный резерв, который, к сожалению, пока недостаточно используется. Следующий слайд – это вот объем государственных корпоративных закупок. Он по годам у нас идет. Если вы посмотрите, то в области 44-го мы видим там достаточно серьезный рост. И вот здесь есть такая вот две циферки внизу, да, и вот в области 223 видно, где они появляются, да. Это достоверность тех электронных систем, которые у нас сегодня есть. Мы видим, что на сегодняшний день есть некие вещи, их можно объяснять по-разному, Анна Тимуразовна, наверное, будет объяснять, вот, но мы говорим от достоверности того, что есть. Если 44-ю посмотрите, у нас он по годам достоверен, то 223-й, он вообще как-то прыгает туда-сюда, туда-сюда. Да? Можно обвинять там электронные площадки, еще что-то. Да? Но для анализа это достаточно серьезно. 3 триллиона рублей по каждому году у нас куда-то девается. Да? Вот. Причем мы видим, что реальные объемы гораздо выше, чем у нас проходит по ЕИС, по единой информационной системе. Следующий слайд – это вот как раз в разрезе способов закупки. Мы сделали такие диаграммы, чтобы было понятно. Да? То есть вот у нас и внизу маленькие циферки, вот на них тоже обратите внимание, да? Это как раз уровень конкуренции. Мы говорим, 44-й закон. Да? Вот у нас больше 3 – это электронный аукцион. Дальше у нас пошло снижение. Вот и запросы котировок 2.11, и запрос предложений. Но в целом в 44-м законе получается, что уровень конкуренции выше. Да? Значит, несмотря на его сложность, зарегулированность и все остальное, туда люди идут.
да, и принимают участие, потому что они чувствуют свою защищенность. То есть доверие к 44-му закону со стороны поставщиков выше. Что происходит в 223-м? Вот 55,7%. Прочие способы закупки. Да? Вот, что это? Это фактически, да, закупка у единственного поставщика, закамуфлированная там, разными там, придуманными способами, как их только не обзывают, там можно по-разному говорить, 5-7 тысяч способов закупки сегодня существует. 39% это аукцион. Там тоже не дотягивают. Почему? Доверия нет. Не идут люди. Или ограничивают конкуренцию. Да? То есть, и в том, в другом случае это не полезно для государства. А самое главное, подрывает доверие у граждан государственным институтам. Потому что, чтобы не говорили, для людей, вот мы как-то профессионалы делим 223-й, да, и 44-й. Да? Но для людей и то, и другое – это государственные закупки. И я с ними согласен. Слушайте, государственная компания или компания, которая принадлежит государству, она должна работать по тем же правилам. Потому что собственником является государство. Это не собственные деньги менеджеров, которые в этой компании руководят. Они нанятые сотрудники для того, чтобы выполнять определенные функции, которые установлены государством. Это не их деньги. Если их деньги, то это вот все, значит они владеют этим предприятием. Хотите работать по другим правилам, которые не в интересах государства, создайте свою компанию за свои деньги, идите работайте, покупайте как хотите. Хоть на голове стойте там. Да? Но если для государства задача развивать, а доля этих закупок составляет существенную часть ВВП, и у нас стоят определенные задачи, ну давайте, наверное, все-таки работать по одним и тем же правилам. Потому что чем отличается, вот, в моем понимании, закупщик, который там в государственной компании работает, или там компании, которая принадлежит государству, от того, которое в федеральном органе исполнительной власти. Это по большому счету ничем. Следующий слайд. Вот здесь как раз уровень конкуренции, количество заявок вот, в разрезе за 16, 17 и 18 год. И мы видим, что тенденция эта сохраняется, ничего не меняется. То есть уровень конкуренции за последние 3 года фактически не изменился. Значит, то, что мы каждый год принимаем 20-30 нормативно-правовых документов и законодательных изменений во все эти законы вместе взятые, на уровне конкуренции не сказывается. Да? И что? Мы говорим, пора перезагрузиться. Да? Пора посмотреть, почему это происходит. И почему люди не идут. И вот мы, вот новый подход, который мы с этого года сейчас будем, мы его и раньше использовали, не, может быть, не в той степени, не столько давали акцентов на нем, что мы будем смотреть, почему сегодня низкий уровень конкуренции не только с точки зрения регуляторов там, и устройства закона, но и с точки зрения тех людей, которые должны прийти сюда и поставлять товары, работы, услуги государству. Вот с их точки зрения мы будем смотреть и обязательно в своем мониторинге будем указывать те проблемы, о которых сегодня будут говорить люди. Следующий слайд, я так потихонечку подхожу, да, к перезагрузке. Следующий слайд – это единая информационная система. Я коротко показал, потому что ну, есть кому рассказать об этом более подробно. Но даже вот то, что здесь показано на слайде, вот те проблемы, которые мы видим, они показаны. Да? И вот я хотел бы обратить внимание на количественные операционные показатели. Да? Количество активных пользователей, там, более 2 миллионов. Ежедневные обрабатываемые запросов ЕИС более 140 миллионов. Количество заключенных контрактов ЕИС в 2018 году более 3,5 миллионов. И так далее, и так далее. То есть здесь мы делаем вывод, что без автоматического контроля, анализа управлять системой невозможно. Да? И сегодня автоматический контроль, он не только отсутствует, но он и невозможен. Почему? Потому что вот мы пока говорим не о цифровизации, мы пока говорим об электронизации. Потому что автоматический контроль, когда ты можешь видеть всю процедуру, которая состоялась, и по ней сделать однозначный вывод. Почему невозможно? Вот мы видим состав ЕИС, да,
И вот красные крестики – это то, что сегодня отсутствует в электронной форме. И вот мне сегодня приходит жалоба, там многие люди, которые там обращаются, в том числе, да, мы ее начинаем проверять дистанционно, потому что, ну, проводить контрольное мероприятие физически по каждому закупке – это невозможно. Вы видели объемные показатели. Да? Вот мы даже дистанционно не можем ее посмотреть. Без выхода на объект сделать однозначные выводы, кто виноват, было ли совершено там что-то, что нарушило чьи-то права, мы не можем. Потому что вот сегодня в электронном виде эти вещи отсутствуют. И поэтому введение автоматизированного контроля и аудита, а аудит это возможен только автоматизированный, когда определенный программный продукт смотрит то, что есть в электронном виде, в автоматическом режиме. Да? Но если какие-то блоки, существенно, на основе которых можно сделать выводы, отсутствуют в электронном виде, он невозможен физически, и даже удаленный контроль тоже сегодня невозможен. Поэтому мы на это обращаем внимание и просим, чтобы вот в этой части было сделано, тем более, что и 44-м законом предусмотрено, что должна быть автоматизированное формирование, обработка и хранение всех данных. К сожалению, сегодня пока это не полностью реализовано. Что возможно сделать сейчас уже? Да, вот мы переходим к перезагрузке. То, что, о чем здесь говорили, я понимание от коллег услышал, может быть, пока еще не прозвучавший, но я думаю, что это возможно. И это не фантастика. Вот то, о чем я сейчас дальше буду говорить, сегодня это есть в бизнесе, это делаете вы все, даже те, кто не занимается государственными закупками. И это уже вошло в повседневную жизнь. То есть это никакой фантастикой на сегодняшний день не является. Это цифровой калькулятор начальной максимальной цены контракта. Что мы на сегодняшний день имеем? Мы имеем огромную базу исполненных контрактов. Даже если мы возьмем вот период существования 44-го закона, с 2014 года, за 4 года государство, ну, практически все, что им надо было для функционирования государства, уже закупило. Ничего нового, в принципе, не закупается. Называть можно по-разному, там, да, лоты объединять по-разному. Но государство все закупило, все, что нужно. Да? И это есть в исполненных контрактах сегодня в базе ЕИС. Да? И для компьютера за последние полгода в автоматическом режиме отследить, за сколько для государства была сделана та или иная закупка, вообще доли секунды. Это не три ценовых предложения, да, которые зачастую происходят таким образом. Приходит товарищ, говорит, слушай, давай я тебе поставлю вот эту продукцию. Слушай, ну мне надо там запросить запрос котировок, там вот написать письма, чтобы мне еще ответили. Да не надо, у меня друзья есть, я тебе принесу с правильной ценой. Да? Вот. И такие варианты есть. И приносит три коммерческих предложения, устанавливается начальная максимальная цена контракта. И вообще начальная максимальная цена контракта, даже в 44-м законе, вещь ненаказуемая, как хочешь, так и считай. Есть, в принципе, методические рекомендации, да, но они как? Они рекомендации. Приходим, мы говорим, слушайте, ну у вас завышено, а мы так посчитали. Ну, мы говорим, мы неправильно посчитали. А кто, а где написано, как правильно считать? Да? Вот. Хотя и орган есть, который у нас должен, по идее, наказывать за неправильную расчетную цену. То есть автоматический калькулятор начальной максимальной цены контракта. И вторая часть – это единый реестр участников закупок. Сегодня закупщики по 175 раз готовят одни и те же документы. Нет, там один товарищ жаловался, говорит, нотариус у меня рядом по соседству. Озолотился, он уже бросил граждан принимать. Он мне только заверяет мои уставные документы и заверяет. Да, а я к нему хожу. Вот. И даже к одному заказчику на три аукциона я заявляюсь, на три лота, да, мне три комплекта документов надо ему привезти. То есть одна закупка – это от 20 до 80 документов надо изготовить. И одному, и другому. И сегодня бизнес использует в том числе и квалифицированных участников. Следующий слайд – это вот эта перспектива. Это переход на смарт-контракты. Мало того, что ничего фантастического в этом нету. Многие из вас ездят на такси, да? Вспомните, как это было в советское время, раньше, да? Что делаете сейчас? Сейчас вы скачиваете приложение того или иного агрегатора такси, вы регистрируетесь как потенциальный потребитель услуги по перевозке. Что делают таксисты? Скачивают приложение как потенциальный поставщик услуги по перевозке. Что вы делаете, когда вы используете телефон, нажимаете кнопку «Вызвать такси»? Вы размещаете ценовое предложение, которое в автоматизированном режиме поступает всем потенциальным исполнителям.
которые смотрят на это предложение, нажимают кнопку «Принять участие». Да? Компьютер выбирает по алгоритму лучшее для вас предложение. Ну, например, по критерию скорость подачи машины там, к вам, да, 2 минуты. Вы получаете себе предложение. Машина такая-то, фотография таксиста, готов через 2 минуты приехать. Вам машина не понравилась, вы говорите отказаться. Компьютер автоматически вам следующее присылает. Нормально, машина согласится. Да? К вашему приложению привязана ваша кредитная карточка. Если вы откажетесь от услуги после того, как подписали фактически электронный контракт, с вас автоматически спишут штрафные санкции. Таксист, если не выполнит условия по подаче машины, с него система спишет автоматически штрафные санкции. Машина приехала, вы сели, вас отвезли в точку Б, которую вы заказали, вы вышли из машины, пошли. Вы с таксистом не торгуетесь, сколько ему заплатить, не заплатить, есть ли у вас деньги, его тоже это не волнует. С вашей карты автоматически списываются деньги на счет этого таксиста. То есть вы этим пользуемся. А для компьютера сложность, количество итераций, ну, не имеет никакого значения. 5-8 этапов, столько-то вещей. Как прописали, так он и работает. Договориться с компьютером бесполезно. Я пробовал, я засовывал деньги в дисковод, он вообще никак не реагировал. Пробовал электричество больше дать, он сгорал. Поэтому бесполезно. Поэтому все равно вот и этим вопросом мы решим огромное количество задач. И поэтому мы, кому интересно, мы можем это подробно, на нашем сайте это все размещено. И я думаю, что вот к этому мы должны идти, чтобы это было удобно и заказчикам, и потребителям, и выросл уровень конкуренции. И это самое главное, снизит те издержки, которые сегодня есть. По нашим оценкам, более 10% это издержки в государственных закупках. Более 10%. Некоторые эксперты говорят 30%. Как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика. Заказчик содержит контрактную службу, помещение, людей, платит там зарплату, множит документы, там еще огромное количество людей в этом задействовано. Это же деньги. И если мы упростим эту систему и в то же время защитим ее вот от дурака, как это делается, да, вот, либо от злоумышленника, да, сделаем ее проще и понятнее и введем автоматизированный контроль, то вот тот показатель, с которого я начал, существенно изменится в лучшую сторону. Спасибо. Спасибо большое, Максим Станиславович. Сделали практически за меня всю работу, потому что мы все являемся гражданами цифрового мира. И Анна Тимуразовна, незамедлительно хочу предоставить слово вам, потому что первые два выступающих уже вас просто забросали репликами. Я всякий раз, добрый день, уважаемые коллеги, когда слушаю Максима Станиславовича, вот мне всякий раз я думаю, что такси перейти работать, потому что, по-моему, это намного проще, чем работать в сфере госзаказа, если бы все так было просто. Я боюсь, что я не отвечу на все реплики, потому что каждый последующий выступающий отжирает время от следующего. У нас еще Елена Николаевна нас должна покритиковать, да, я так спасибо, понимаю. Да, спасибо, Анна Тимуровна. Поэтому я постараюсь... Поэтому я, не, ну, конечно, наверное, думаю, у нас будет возможность с коллегами, с Татьяной... Да, а? Вот, коротко. Вот мне тоже вот говорят, коротко. Я очень постараюсь уложиться, но все-таки прокомментирую одну очень важную реплику по поводу показателей по 223-му федеральному закону, о котором сказал Максим Станиславович. Вот в подтверждение ваших же тезисов и тезисов Татьяны Павловны о том, что 223 надо точно перезагружать. Вот 3 триллиона разница – это та разница, которую накручивают те 140 тысяч маленьких электронных площадок, которые мы никак не аккредитовывали, не проверяли, не проводили аудиты, не отбирали, на которых размещается по триллиону закупка, тут же отменяется. Мы просто, когда в прошлом году с Минфином это подловили, мы просто убрали это из расчетов статистики, потому что это просто липа. И это к вопросу о том, что 223 точно нуждается в перезагрузке. То есть это не разные показатели от казначейства или от ЕИСа. У нас данные тоже все с ЕИСа. Я, ну, коль скоро мы столько обращаемся к единой информационной системе, конечно же, я скажу, подытожу, скажем так, наш 2018 год параметрами того, что происходит в системе. Они у нас несколько поменялись. Вот проговорилось тоже выступление о том, что 140 миллионов запросов. Это действительно было так в прошлом году. Я всегда апеллирую к этой цифре для того, чтобы, ну, все новые люди в сфере закупок и те, кто есть, понимали вообще, что такое масштаб сейчас единой информационной системы. На самом деле, вот крайний правый нижний угол, мы уже в конце года фиксируем по 220 миллионов
ежедневных транзакций, это ежесуточные транзакции. Что дало такой прирост от 140 миллионов? Это, конечно же, огромное обновление, огромный объем нового функционала, который породил 2018 год, и в свете принятых законов о новых электронных процедурах очень много новых бизнес-процессов появилось в единой информационной системе, таких как заключение электронного контракта, раньше это была процедура только на электронной площадке, сейчас заказчик все действия осуществляет у нас в системе, и, конечно, это та самая пресловутая взаимосвязь между закупочным и бюджетным процессом. Мы научились на сегодняшний день для Федерации контролировать в полном объеме то, что было запланировано в плановых сметных расчетах, связь с закупочным процессом того, что ранее планировалось в рамках бюджетного процесса еще на этапе до утверждения бюджета, и постановку на бюджетное обязательство. Это сверка с лимитами в режиме реального времени, а не в режиме, когда уже прибежали заключенным контрактов и переборщили с теми деньгами, которые были выделены. К сожалению, такая проблема существовала. Проверка осуществлялась в рамках работы федерального казначейства, в рамках кассового вообще обслуживания в ручном режиме. Сейчас это, ну, по сути, автомат. И, конечно, это дало нам существенный прирост вообще масштабов, объемов системы. Мы уже трещим по швам и с точки зрения нашего инфраструктуры, и с точки зрения центра обслуживания, колл-центра, и с точки зрения всего. Поэтому тут мы тоже будем многое пересматривать. Здесь более 10 тысяч контролей. На сегодняшний день это, ну, порядка уже даже 3 миллионов активных пользователей от заказчиков. Это 223, 44. Я напомню, что в этом году в рамках, в единой информационной системе размещаются все закупки фондов в рамках капитальных ремонтов жилых домов. В соответствии с жилищным кодексом было принято постановление 615, это порядка 100 уже миллиардов рублей на сегодняшний день, это очень большой объем. Это теперь закупки, которые видит государство, и видит общественность в полном объеме, со всеми реестрами договоров и так далее. То есть вы как просто жильцы можете посмотреть, сколько стоит в закупках тот тариф, который вы оплачиваете в рамках единого платежного документа. Ну и, соответственно, ну, уже говорилось об этом много, порядка там, до 25 триллионов рублей в год – это объем заключаемых контрактов и объем записей в реестрах, в реестре договоров по 223, в реестре контрактов – порядка 5 миллионов реестровых записей, составляющих более 130 реквизитов договора, по сути, это уже готовый структурированный контракт, и еще к ним приложенные файлы на 340 терабайт. Мы всегда говорим этот показатель, мы меряем это в попугаях, так, как я это говорю, в библиотеках имени Ленина, это примерно почти 4000 библиотек имени Ленина на сегодняшний день. Ну, такая база данных у нас, ее действительно очень сложно научиться в полном объеме анализировать. Ну, из результатов сегодняшнего года, я, правда, отсюда вообще ничего не вижу, но вроде как помню. Значит, у вас дальнозоркость. Что в 2018 году с точки зрения автоматизации было сделано? Ну, все о том, о чем сказала Татьяна Павловна в рамках принятых законов, то есть электронные процедуры с 1 января стали в полном объеме электронные. Бумажные процедуры сейчас доступны только для их завершения, начатые в прошлом году. Все заявки подаются как по конкурсам, так и по котировкам. Короче говоря, все привели к формату электронных аукционов, которые действовали много лет. Давно было пора. Ключевая задача – это не просто автоматизация. Конечно, ключевая задача – это измененный вообще бизнес-процесс этих процедур, который позволяет обеспечивать конфиденциальность подачи заявок на этапе первых частей, не раскрывается информация об участниках. Это ключевой фактор, на самом деле, повышения конкуренции на этих процедурах. Просто мы все говорим об автоматизации, а самая главная была задача – весь бизнес-процесс поменять и с точки зрения нормативки, и с точки зрения единой информационной системы, чтобы обеспечить максимальную конкуренцию и прозрачность этих процедур. Электронный контракт, который теперь заключается в полном объеме со стороны заказчиков непосредственно в единую информационную систему, передается по интеграции на электронную площадку, заключается там поставщиком, возвращается к нам, ставится на бюджетное обязательство, ну и так далее. То есть вся жизнь контракта, она постепенно переходит, как нам и завещает Максим Станиславович, в электронный вид. Далее это, ну, внедрен вообще был функционал КТРУ, рабочее место Министерства финансов для того, чтобы вообще формировать там позиции. Вот на сегодняшний день там более 60 тысяч, по-моему, уже позиции в каталоге присутствуют, плюс лекарственные препараты, такой отдельный подвид каталога.
который мы ведем в рамках просто интеграции с информационной системой Минздрава. Соответственно, мы, как я уже говорила, ввели автоматический контроль на федеральном уровне путем интеграции с подсистемой бюджетного планирования Минфина. То есть вот очень громкая была история, когда спланировали вертолеты, а купили цистерны. Я сейчас не буду называть ведомство, была такая история. Ну, ведомство это МЧС. Ну, не будешь называть, да? Ну, вы так на меня посмотрели, я поняла, что надо скрываться. Вот такая ситуация сегодня на федеральном уровне уже недопустима. Мы контролируем параметры того, что было в рамках плановых сметных расчетов. Далее, автоматическая проверка на соответствие лимитам бюджетных обязательств. Это огромная интеграция с нашей базовой подсистемой, системой электронного бюджета АСФК, автоматизированной системы казначейства России, это касса. Соответственно, ну, понятно, вишенка на торте под конец года, вернее, начало года – это запуск единого реестра участников закупок. Мы достаточно болезненно его начали, запустили 9 числа. На сегодняшний день, вот у меня сейчас свежая информация, у нас уже аккредитовано за вот эти несколько дней 4666 участников закупок. Да, вот так получилось. И подготовлено проектов 1883. Ну, примерно в день мы имеем 1500 поставщиков, которые приходят к нам на аккредитацию. У нас по новому этому постановлению 1752, очень важное, коллеги, постановление, которое объединило в одну точку всю аккредитацию, регистрацию поставщиков. Мы не просто ведем списки, мы идентифицируем не только компании и проверяем на соответствие сведениям в ЕГРЮЛ и ГРИП и так далее. Мы еще идентифицируем каждое уполномоченное лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица. Мы знаем, мы соцсети тоже подсчитываем и видим, нас ругают, заставили гендиректоров заходить, коллеги. Вот теперь удостоверяющий центр, как говорила Татьяна Павловна, не те, которые любят площадки, а все. То есть мы должны понимать, что если мы неустановленному лицу дадим право раздать полномочия на всю жизнь другим неустановленным лицам от юридического, действовать от имени юридического лица и заключать электронные контракты, совершать электронные сделки, это огромный риск мошенничества. Поэтому да, придется один раз генеральному директору зайти или лицу, имеющему право действовать без доверенности, и все-таки произвести манипуляцию, связанную с, да, с награждением полномочиями других лиц. Но это однократное действие со стороны первого лица. И в дальнейшем уже могут работать те, кого он определит. Сейчас эту процедуру, это требование постановления 1752, то есть это нормативный правовой акт, и единая информационная система в этом смысле повторяет все, что было урегулировано в этом постановлении, которое, на наш взгляд, очень было взвешенным и правильным. Да, несколько более сложная процедура, чем раньше, но она объясняется. Далее, как ну, я уже говорила, много, это можно отдельная вообще тема для обсуждения, это ЕСКЛП, это единый справочник лекарственных препаратов, это те самые смарт-контракты, о которых Максим Станиславович часто говорит, расчет референтной цены сейчас осуществляется автоматически, то есть расчет начальной максимальной цены, там большое количество проблем, коллеги, для того, чтобы корректно рассчитывать вообще начальную максимальную цену, во-первых, надо иметь описанный объект закупки в каталоге, при этом неизменный, а он постоянно меняется, потому что жизнь не стоит на месте. И справочник лекарств тоже постоянно меняется. Мы постоянно получаем новые вводы от Минздрава. А второе, надо еще понимать, откуда цены получать. И чтобы эти цены были достоверны. Поэтому я вот такое многоточие здесь ставлю на смарт-контрактах. Здесь не все так просто. Это мы делали, да, с Ростехом. Соответственно, ну, я не буду говорить про много про антисанкционные меры. Действительно, часть информации пришлось закрыть из открытого доступа, но она есть в системе. Теперь она перешла в закрытую часть, поэтому мы ее имеем возможность анализировать. К ней есть доступ у корпорации МСП. Ну, мы сделали, соответственно... Что мы там еще сделали? Да, запуск у нас 1 января автоматического контроля по лимитам не только для федерации, но и для регионов и для муниципалитетов. Ну и, наверное, пожалуй, это такое ключевое, что выполнено, что мы планируем в 2019 году, ну кроме больших задач, о которых уже Татьяна Павловна сказала, в самые ближайшие выпуски, релизы после стабилизации версии 9.0 мы выпускаем пилотное электронное актирование. То есть все заказчики и поставщики, которые хотят, соответственно, подписывать акты выполненных работ в электронном виде, в структурированном электронном виде. Мы реализовали УПД, это универсальный передаточный документ, утвержденный приказом Федеральной налоговой службы. Все могут осуществлять это в единой информационной системе. Для поставщиков большое value, которое состоит в том, что этот счет фактуры и этот акт выполненных работ налоговая принимает как официальный электронный документ. Мы зарегистрировались как официальная информационная система ЭДО для Федеральной налоговой службы. И мы рассчитываем на
на то, что в законодательстве мы обсудим это тоже с Минфином и так далее, это надо вносить, потому что мы электронный документооборот обрубили на этапе электронного контракта, а вся жизнь на самом деле происходит во время исполнения контракта и при подписании акта выполненных работ. И все мультики, связанные с нарушением прав поставщиков, предпринимателей, тоже происходят на этапе либо подписания, либо, как известно, неподписания электронного акта и несвоевременной оплаты. Сейчас мы будем видеть весь аудиторский след в системе, но пока это сервис, потому что требования законодательства о том, чтобы подписывался именно электронный акт, нету. Второе, соответственно, в рамках казначейского сопровождения, это большой достаточно объем работы, связанный с неконкурентными контрактами, ЕД-поставщиками так называемыми, мы тоже сделали сервис. Все, кто у нас будет зарегистрированы в ЕРУЗе, Едином реестре участников закупок, автоматически смогут открывать лицевые счета для того, чтобы перечислялись авансовые платежи по всей цепочке кооперации непосредственно. То есть достаточно будет только зарегистрироваться в ЕРУЗе, не нужно будет ходить по разным системам казначейства России. Ну, соответственно, вот эти таких два ключевых функционала, которые в ближайшее время мы планируем запустить. Но на самом деле я хочу чуть-чуть отойти от темы вообще автоматизации. Мы действительно очень много все о ней говорим, и уже возникает ощущение, что у нас как бы вот экономические задачи и задачи регулирования – это как бы одно, а автоматизация – это другое. А на самом деле, если вообще говорить о перезагрузке системы госзаказа, в целом, по нашему мнению, есть несколько очень важных вещей, к которым мы должны стремиться, ну, наверное, в ближайшие, там, может быть, 3-5 лет, скажем так, ну, некая стратегия того, как мы видим в федеральном казначействе изменения в целом регулирования системы и отрасли госзаказа. Первое – это, конечно, упрощение процедур закупок. Формирование каталога, вообще каталог КТРУ как инструмент и нормирования, и инструмент анализа цен. Главное реализовать правильные подходы к тому, откуда будут поступать цены в каталог. Ведь у нас по 145-му постановлению в каталог есть возможность включать не только описание товаров, но и, соответственно, конкретных товаров, торговые наименования, конкретных производителей и конкретных поставщиков, которые действительно имеют цену на этот товар. Но сейчас в чем основная проблема? Основная проблема состоит в том, что у нас каталог строится по принципу, ну, некого такого классификатора, то есть это формирование шаблонов, их утверждение на совете по каталогу, их включение в каталог. А жизнь вот там где-то, там, не знаю, на eBay, на Амазоне, на, скажем так, агрегаторах торговли электронных, где, собственно, совершаются электронные сделки, она существует сама по себе. И вот цены там на товары и цены вот здесь в госзаказе, они между собой пока не встретились. И вот в качестве второго такого, наверное, ключевого, на наш взгляд, элемента развития системы госзаказа должна стать, конечно, уже создание не просто каких-то электронных там процедур дополнительных, а скорее сервисов для поставщиков. Поставщик должен действительно иметь рабочее место, ну вот как старт, это единый реестр участника закупки, где он может положить на полку свой товар достаточно быстро, где товаровед со стороны, там, не знаю, Минфина, государства, кого угодно, какой-то ассоциации, которую мы создадим, сможет очень быстро проверить, что такой товар действительно существует и такая цена реально соответствует тем сделкам, которые заключаются на этот товар. А еще, когда заказчик выберет с этой полки товар, не надо ждать 20-30 дней, а поставщик действительно сможет достаточно быстро, имея некоторую связь между информационными системами нашими государственными и своим складом, понимать, что да, сегодня и сейчас он поставит эти стулья в том объеме, в котором хочет заказчик. Тогда мы превратим вот эту длительную процедуру закупки, аукцион, котировки в нажатие действительно одной кнопкой. Но для этого недостаточно что-то поправить просто в ЕИСе или что-то там сделать автоматическое. Для этого нужно создать действительно серьезный инструмент, каталог товаров, работ и услуг. А позиции в нем формировать не просто по принципу описания, а по принципу нормирования, чтобы каждая позиция, которая включена в каталог, предполагала конкуренцию. То есть, на наш взгляд, именно вокруг этого будет крутиться, наверное, вся история, которая, ну, предполагает упрощение, скажем так, не знаю, дополнительный доступ к госзаказу, упрощение для заказчика, всей этой бюрократии, которую действительно мы нахлобучили в 44-м федеральном законе, подпирая один акт другим актом, и уже не разберешься иногда. Мы, как автоматизируя процессы, вообще видим то, что вот одно с другим не сходится уже в некоторых актах. Второе, конечно, это такой второй блок — разгрузить заказчика от большого количества контролеров. Вот я, несмотря на то, что сама представляю орган контроля, здесь Михаил Яковлевич присутствует, но вместе с тем у нас, понимаете, уже страх перед Уголовным кодексом за незнание тех самых 250 тысяч нормативно-правовых актов, это стало действительно бичем для заказчика. Мы просто теряем профессионального заказчика. Люди, которые профессионально знают отрасль, не хотят оставаться работать в госзаказе, потому что за все могут наказать.
достаточно серьезно. На наш взгляд, надо вообще в целом переходить от системы контроля последующего в контроль превентивный. Превентивный контроль – это тот же каталог. Если мы, государство, считаем, что кто-то нарушает путем заточки требований, да, такие случаи бывают действительно в результате злоупотреблений, но такие случаи бывают в результате ошибок. Заказчик просто не понимает, как правильно ему сформировать техническое задание и просит об этом поставщика, а то делает для себя. Заказчик действительно не всегда знает, как формировать начальную максимальную цену. Вот эти все запросы цен для обоснования НМЦК, ну либо это просто папье-маше, такое, знаете, формальное, когда бегаешь и поставщика просишь, значит, там что-нибудь там дать, потому что, ну, нету конкуренции зачастую на некоторые виды, вот настройки, на там информационные системы. Либо это просто злоупотребление, либо заказчик просто объективно не знает, у кого запросить. Вот мы в своей контрольной деятельности сталкиваемся с тем, что заказчик запросил, цену сформировал, а потом мы к нему приходим, находим в Гугле другие цены или Яндекс.Маркете и предъявляем ему превышение. И мы с этим сталкиваемся. Счетная палата нам предъявляет. Нету как бы норм, нету методологии, нету действительно ни одного инструмента, в рамках которого бы, ну, условно говоря, заказчик себя мог бы в этом случае защитить. Это то, что касается заказчика. И, соответственно, вот третий блок – это разгрузить нормы для поставщика. Вот, на наш взгляд, есть серьезная проблема с односторонним расторжением контрактов. То есть, когда, в принципе, не существует короткой досудебной процедуры расторжения, а существует просто односторонняя процедура расторжения, и те, что после этого могут включить в реестр недобросовестных, это очень серьезная проблема для конкуренции в сфере госзакупок. Это реально вызывает опасения, понимаете? Ничто так не вызывает опасения, как это. Ну, вот то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы получаем к себе в качестве там корреспонденции, писем, обращений и прочее. И, конечно же, ну, такой большой второй блок, кроме вот самой процедуры расторжения и исполнения, это блок 2.2.3. Вот на мой взгляд, то, как права предпринимателей сейчас в принципе нарушены отсутствием нормального регулирования, не зарегулированности, а отсутствием просто нормального регулирования 2.2.3, отсутствием возможности защитить свои права в той же Федеральной антимонопольной службе, это то, что действительно требует, наверное, нашего пристального внимания в ближайшее время. Вот, пожалуй, наверное, и все. Я уложилась? Спасибо большое, Анна Тимуразовна. Спасибо. Александр Арнольдович, вот мы накануне пообщались с Натальей Николаевной. Ваша корпорация проделывает чудеса. За предыдущий год вы все-таки вышли на те цифры, которые вам были указаны, и вы большие молодцы в этом направлении. И, соответственно, никаким образом не могу не предоставить вам слово. Знаю, что у вас есть инструменты по расширению участия ваших замечательных компаний крупнейшим заказчикам. Расскажите нам, пожалуйста. Две ремарки. Во-первых, огромное спасибо, что пригласили. Для нас это честь и ответственность работать с такой аудиторией, с такой командой. Говорю об этом совершенно ответственно, потому что Таня Демидова, Максим Рофмистров, Аня Катамадзе, Миша Евраев, наши коллеги Юра Зафесов, который в зале, наши коллеги из Текторга, которых вот вижу, это такая хорошо сформировавшаяся команда. И то, что Максим критикует не только по должности своей, высокой должности, да, наверное, это важно, но давайте посмотрим, все ли так плохо. Саша, а будь добр, мы для того, чтобы время сократить, открой с 6-го слайда. Значит, что произошло за 3 года с момента основания корпорации? Значит, когда корпорация начала свою деятельность, то объем закупок составлял по году, я буду говорить, оперировать в том числе и иностранной валютой, поскольку часть закупок касалась последующего экспорта, значит, составлял примерно 1 миллиард долларов США. Если сейчас мы посмотрим на цифру, которая получена в предварительном порядке, Аня уже упомянула, что часть реестра действительно закрыта, и мы получим его, насколько я понимаю, 10 февраля, да? 10 февраля, Наташа, да? 10 февраля мы получим, да, но на сегодня эта цифра примерно 3,025 триллиона рублей, то есть примерно 47 миллиардов долларов США. Это ежегодно возобновляемая цифра. Эта цифра не только
характеризует объем, но еще и дает нам возможность с вами оперировать номенклатура. Если номенклатура в начале 2016 года была 8,4 тысяч позиций, то есть это были абсолютно простые товары, работы и услуги, которые нам необходимы каждый день. И умалять их там достоинства нет никакого смысла. Это вода бутилирована, ручки, бумага, спецодежда. То теперь это 362 тысячи позиций. Это движение, абсолютно четкое, обозначенное, уверенное движение к высокотехнологичной продукции, которая составляет по нашим расчетам, экспертным пока расчетам, нам надо будет подтверждать от Анны, от Татьяны, ну, естественно, потом штаб Максима Станиславовича, значит, о том, что это примерно 67% от всего объема закупок. Для нас это очень важная вещь. Из них инновационная, то есть это продукция с высокой добавленной стоимостью, из них инновационка пока составляет всего 11%. Это действительно мало. Это действительно мало, и у нас здесь огромный резерв. Значит, теперь о конкуренции, о которой говорил Максим. Значит, наши данные корреспондируются. Вот если вы посмотрите в нижнюю часть слайда, то конкуренция действительно, несмотря на то, что по 223-му закону, в котором мы работаем, мы, слава богу, не касаемся 44-го, несмотря на усилия многих наших коллег состыковать это и заставить, понудить нас заниматься, значит, в том числе и 44-м, мы занимаемся 223-м законом, и там конкуренция действительно, несмотря на то, что она на 10% выше, чем в целом по 223-му, у МСП, которые работают по всем способам закупки, в том числе и в рамках квоты, она остается пока на уровне, который дает нам возможность говорить о резервах. Это 1,83 поставщика, значит, по сравнению с 1,7, это левый нижний угол. Значит, теперь по закупкам. Тут мы с Максимом несколько расходимся. А вот эти данные, которые я привожу, это данные, которые делают независимые аналитики. Это группа компаний, это Spark Marketing, которая входит в группу компаний Interfax. Вот. Значит, если в целом закупки у единственного поставщика 51%, то закупки, которые осуществляются у МСП, составляют 25,7%. Значит, и самое главное – экономия. Вот была дискуссия, и Татьяна, и Аня, и Максим касались начальной цены. Так вот, финальная цена, мне сложно говорить об установлении начальной цены и о методике начальной цены, но конечная цена у субъектов МСП, которые поставляют свою продукцию крупным компаниям, она в 2,1 раза ниже. Вот эти три базовых момента позволили создать дорогу с двухсторонним движением. Сейчас скажу несколько слов о повышении или не повышении квоты. И наши позиции корпорации по повышению квоты. Значит, когда на одной стороне улицы есть крупные компании, которые почувствовали, что субъекты МСП могут поставлять им продукцию качественно, вовремя и по цене ниже, чем компании крупные. Это в силу целого ряда причин. И отсутствие вертикализации принятия решений, быстрой реакции на рыночные изменения. Это целая совокупность факторов, на которых останавливаться, думаю, сейчас нет смысла. Но это одна сторона улицы. Вторая сторона улицы. Субъекты МСП поверили в то, что торги могут быть, я не говорю сейчас об идеальной прозрачности или там кристальной прозрачности, но они поверили в том, что они могут быть вменяемыми. И мы очень благодарны, в частности, Татьяне благодарны, Ане благодарны, когда был отбор вот этих электронных площадок, да, то в правительстве была очень жесткая дискуссия. И была позиция назывным образом оставить только те площадки, которые в 44-м. Да, там была, такая позиция была. Оставить вот только те. И мы когда посмотрели, мы теряли по 500, если бы не участвовали, по 530 миллиардов рублей по году. 530 миллиардов рублей. Нам удалось отстоять позицию, и то, что туда добавились площадки
отраслевые. Бесспорно, их надо мониторить особым образом, чтобы отраслевые торги не происходили исключительно на отраслевых площадках. Это будет мониториться каждый год, будет мониториться очень жестко. Именно под этим условием нам удалось отстоять свою позицию, в том числе и вашему покорному слуге на докладе у председателя правительства Российской Федерации. Поэтому я думаю, что мы будем дальше в этом направлении действовать. Теперь, что у нас будет в этом году? У нас будет не менее 3,2 триллионов рублей. На 2024 год возобновляемый револьверный объем будет 5 триллионов рублей. Надо ли повышать квоту? У корпорации позиция консервативная. Квоту повышать не надо в силу вышеупомянутых ранее причин. Во-первых, на сегодня квота уже не квота, а объем составляет более 30% сделанными. Вот наши коллеги сидят, я очень прошу, чтобы вы их в лицо знали. Это Наташа Короченкова, это Аня и Наталья. Встаньте, пожалуйста. Вот. Какой смысл повышать квоту? Когда она уже превышена, значит, поднять ее еще выше, сорвем резьбу. Потом нам скажут, не плавает, не летает, не ездит и не стреляет. И привет горячий. Нет, я не думаю, что квоту надо повышать. Значит, что мы собираемся сделать, просить, в том числе или вместе, естественно, с коллегами из Минфина, казначейства, ФАСа, счетной палаты и законодателям будем просить следующие действия. Первое действие. Бесспорно, введение административного наказания. Вот слайд вывели, спасибо. Административного наказания за просрочку в оплате контракта. Вот здесь, несмотря на наши общие усилия с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, у нас в постоянном режиме мы работаем, добиться искомого результата нам не удалось. Констатирую это как факт. Пожалуйста, вопрос, если кто-то микрофон хочет... Микрофон, ну, я буду, спасибо. Если есть необходимость прервать, я лучше на вопрос отвечу. Да. Значит, нам не удалось добиться искомого результата. Значит, второй момент, это предсказуемость для субъектов малого и среднего бизнеса, особенно в высокотехнологичной сфере торгов. Что для этого надо сделать? Увеличить горизонт планирования на 3 года. Значит, бесспорно, детализация этих 3 лет должна быть абсолютно разной. Первый год детализированный, мы сейчас быстро, Саша пробежит там по слайдам, покажет, как это происходит сегодня в онлайне, в режиме онлайн. И мы опять благодарны казначейству и Минфину, не устаю это повторять, абсолютно осознанно. Но первый год детализировано, второй год агрегировано, потому что компании должны реагировать на рыночные изменения, они не могут по позициям дать субъектам малого и среднего бизнеса на 2-й год. А 3-й год – это прогноз. Но поскольку у компании есть прогноз, он должен быть понятен для субъектов МСП, для того, чтобы они могли прогнозировать свои производственные мощности, свой кадровый потенциал, закупку сырья и далее, ну, по всем пунктам абсолютно. Итак, это 3-е. Ну и инновационка, это 4-е. Значит, у нас есть в паспорте национального проекта, я не только апеллирую сейчас к документальному оформлению, но у нас там есть свой абсолютно четко прописанный план по стартапам и газелям. В этом году сумма кредитования по национальной гарантийной системе, а я уважаемым коллегам напомню, что в национальную гарантийную систему входит сегодня непосредственно корпорация, дочерний банк корпорации на 100% принадлежащий ей, это МСП-банк, и 85 региональных гарантийных организаций. Было прокредитовано всего 2 стартапов на 2 миллиарда 250 миллионов рублей. Цифра может показаться смехотворной. Она и нам кажется неудовлетворительной, но банки категорически, даже при том, что мы покрываем 75% своей гарантии, риск, но делим с ними риск на 75%, но они не хотят кредитовать стартапы.
Значит, сейчас у нас это будет прямо ступенчатое, радикальное изменение, и по этому поводу возможно изменение в законодательстве. Легче обстоит ситуация с инновационными газелями. Под газелями мы понимаем с вами компании, которые в течение 3 лет увеличивают свою выручку ежегодно на 20% по отношению к предыдущему году. Ну, банки их с удовольствием кредитуют, у нас там есть план свой, мы работаем вместе с компанией на практика, с ОНО и на практика по этому поводу, и там у нас есть совершенно четкие прямо дорожная карта, вот те 4 момента, на которых мы должны остановиться, с тем, чтобы выйти на 5 триллионов, потому что это записано в паспорте национального проекта, и это озвучил президент Российской Федерации задолго до принятия паспорта национального проекта или федеральных паспортов. Цифра достижимая, это открытие нового рынка. Теперь об электронных площадках, о том, что Анна говорила. Но бесспорно, просто идиотизмом является количество там 150 площадок. Да? Это недопустимо. Да? Значит, вот эта фокусировка на небольшом количестве контролируемых Минфином, ФАСом и казначейством площадок сделает технологию безлюдной. Безлюдной. Прекратятся разговоры о... Даже частичные разговоры. Вот я не знаю, сегодня Антона нету где-то, да, с нами, у депутата Государственной Думы, который планировал. И было, оно и есть. Целое движение за честные закупки. Помните, да, оно кричало, бегало, значит, это. Ну, где оно? Что-то не слышно. Александр Иванович, он извинялся, будет в следующем году. Я не про Антона. Я как раз с Антоном, нас личная дружба связывает, да, но просто движение само по себе как-то, то есть в этом смысле, на наш взгляд, может быть, он слишком оптимистичный, но ситуацию удалось переломить. Вот, значит, на слайде, который перед вами, что мы собираемся делать, 4 основных пункта мы озвучили, и к чему это должно привести, мы тоже озвучили. Мы находимся, вот Аня упомянула, мы находимся все время под огнем совершенно доброжелательной критики Лены Дыбовой. Это всегда так. Да, вот что бы мы ни делали, Лена находит у нас дополнительные резервы, и мы стараемся это реализовать. Причем вместе. Это не так, что вы знаете, что у вас здесь плохо. Вот вы идите делайте, а я посмотрю, как это будет. Да? Мы делаем это вместе с ТПП, и в частности с Еленой Николаевной. Вот. Но... Вот что мы хотим сделать, цифра 5 триллионов наша, число номенклатурной позиции ясно, как этого достигать, ступенчато тоже ясно. Очень один еще важный момент, буквально минуту отберу у уважаемой аудитории, это связь роста объема закупок с финансовым их подкреплением. То есть гарантиями на стадии участия в контракте, гарантиями на стадии исполнения контракта в случае победы в тендере, и льготное кредитование, которое составит в 2024 году 10 триллионов рублей. По этому году мы выйдем на 1 триллион рублей с показателями на 2-3 процентных пункта ниже по ставке кредитной, нежели она по рынку. Большое, коллеги, спасибо. Я у нашего модератора, если есть вопросы ко мне, если задайте, если нет, я с вашего разрешения. Я просто не успею, мне убежать. Александр Иванович, у нас, к сожалению, мы перебрали все время. Елену Николаевну торопится на самолет. Знаете, у нас никаким образом мы в системе госзаказа не можем обойтись без контроля. Поэтому вот у нас, разрешите, пользуясь случаем, поздравить назначение Михаила Яковлевича на должность. И, Михаил Яковлевич, скажите, что нам ждать? Спасибо большое, Елена Викторовна. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад видеть в зале много знакомых лиц, конечно же, и для меня это было, с одной стороны, неожиданно, с другой стороны, приятно. Миш, пока, извини. Да, всего хорошего. С другой стороны, приятно продолжить работу в сфере госзаказа, такую совместную, которая у нас была, и в которой много чего предстоит делать, и коллеги сегодня акцентировали внимание на очень много правильных вещей. Кстати, я заодно, пользуясь случаем, я хотел сказать, что в Федеральной антимонопольной службе организовано еще одно управление, и вот я думаю, что многие знают Василия Александровича Горбунова.
он здесь тоже присутствует. Он как раз возглавил это управление по контролю за государственными и муниципальными информационными системами. Это такое новое направление в стране цифровизации, и, соответственно, это нашло отражение в работе ФАС России. Вот теперь сразу давайте перейдем к делу, потому что время ограничено. И в начале несколько буквально моментов про контроль. Вы видите, сколько было за 2018 год в целом рассмотрено жалоб. Это более 80 тысяч по 44-му, более 7 тысяч по 223-му. И рост, вот на примере центрального аппарата мы привели цифры, рост по количеству рассмотренных жалоб порядка 70%, причем более 60% жалоб из них признаются необоснованными. Вот к этой цифре мы сейчас чуть позже вернемся, по поводу того, что 60% жалоб из тех, которые поступают, признаются необоснованными в целом. На следующем слайде, коллеги. Перспективы развития контрольной деятельности. Конечно же, далеко не все, сразу скажу, потому что время ограничено, поэтому остановлюсь только на некоторых моментах. Но первое. Первое – это, конечно, унификация контроля между центральным аппаратом ФАС России и территориальными управлениями. И не секрет, что сейчас, там, допустим, в Саратовской области может быть принято одно решение, в Самарской – другое, а в Улан-Удэ – третье. Так вот, чтобы такого не было, мы сейчас целый комплекс мер предполагаем реализовать. И, конечно же, это не только разъяснение по ключевым вопросам, унификация решений ФАС России, но и в том числе мы переходим на постоянное проведение совещаний в режиме видеоконференц-связи, как с нашими территориальными управлениями по всей стране, так мы в дальнейшем планируем и с регионами это делать. Такое общение в режиме онлайн по наиболее злободневным вопросам. Независимый регистратор. Сейчас он работает, вы это знаете. С 1 октября 2019 года этого года он должен перейти на новый формат работы, на новый функционал работы и на новую технологию, которая предполагается, что все будет основано на блокчейне. И мы в этом плане очень признательны будем коллегам из федерального казначейства, вот тут Анна Муразовна, как раз мы с ней это все обсуждали, с которой мы планируем совместно реализовать данный проект. И надо сказать, что сейчас данные независимого регистратора, коллеги, вот это очень важный сейчас аспект, скажу, они являются доказательственной базой в Федеральной антимонопольной службе при рассмотрении жалоб на действия электронных площадок. Это важно, потому что, коллеги, если предприниматель не скачал, а предприниматель может скачать сейчас совершенно бесплатно с ЕИСа плагин закупок, плагин независимого регистратора, вернее, и включить его во время проведения электронного аукциона. Так вот, если он этого не сделал, а принес ФАС России скриншоты, то эти скриншоты рассматриваться особенно не будут, сразу скажу. Потому что у нас все скриншоты можно делать за углом, как все прекрасно знают. Так вот, это никакое не доказательство. Государство сделало специальный инструмент по фиксации того, что происходит в электронных аукционах. Если предприниматель хочет защищать свои права, он им пользуется. Тогда мы это все смотрим в ФАСе и принимаем решение. Если он не хочет защищать свои права, то никто его заставить не может, но тогда жаловаться ФАС России тоже будет довольно-таки бесполезно. Это важный момент, который я просил обратить ваше внимание. Конечно, мы эту информацию в обязательном порядке донесем до всех заказчиков, до всех предпринимателей, в том числе через СМИ, в том числе через общероссийский портал, через ЕИС, уже правильно говорить, и через другие инструменты. Дальше, коллеги. Дальше это то, что касается реестра недобросовестных поставщиков. Вот включение в РНП при одностороннем расторжении контракта, это, вот сегодня Анна Муразовна про это говорила, сейчас я скажу несколько слов по изменению законодательства, по нашим предложениям. Так вот, вначале по практике ФАСа. Это конкуренция аргументов. Это не значит, что заказчик просто принес ФАС бумажку, правильно, красиво оформленную, и предприниматель будет автоматически включаться в реестр недобросовестных поставщиков. Нет. Будут рассматриваться вопросы все по сути. И если, например, у нас заказчик принес бумажку о том, что все красиво оформлено, и предприниматель полностью не прав, а предприниматель принес заключение, например, в качестве примера просто, торгово-промышленной палаты, как экспертиза о том, что он все качественно, правильно сделал, то мы не будем включать такие компании в реестр недобросовестных поставщиков. То есть это вот совершенно другая история, понимаете? Потому что сейчас у нас огромное количество добросовестных предпринимателей оказалось в реестре недобросовестных поставщиков, волею случая или волею заказчика. Потому что бывают у нас и заказчики разные, и предприниматели разные, как известно, и хорошие, и не очень, и те, и другие. Так вот, коллеги, мы должны давать возможность людям защищать их права. Сейчас с этим
у нас есть действительно серьезные сложности. Предложение по развитию ИИС части контроля. Мы со своей стороны тоже хотели бы, конечно, сделать определенные. Но первое – это жалобы только через ИИС. Понятно, что требует изменения законодательства, и мы будем такие изменения предлагать. Это правильно, потому что тогда все действия будут фиксироваться в непосредственном системе, и никому не надо будет ничего спрашивать, что происходит. Все будут видеть прямо непосредственно в ИИС. На всех пунктах, коллеги, не буду останавливаться, но хотел бы отметить, что вся претензионная и иная официальная переписка между заказчиком и исполнителем по контракту мы предлагаем полностью, без исключения, чтобы была в ЕИС, чтобы все видели, и чтобы вот никогда не пришлось в счетной палате ни у кого ничего спрашивать и уточнять. Если Максим Станиславович поддерживает, что вначале это, а потом смарт-контракты, тогда точно да. Ну, я думаю, мы обсудим. Я уверен, что Максим Станиславович поддержит. Вот. Давайте дальше, коллеги. Дальше это то, что касается дистанционного рассмотрения жалоб. Мы действительно предполагаем ввести такой механизм, в том числе, ну, естественно, с использованием ЕИСа, для того, чтобы мы понимали личность, чтобы была удостоверена личность поставщика, или участника торгов, который жалуется или который просто является заинтересованным лицом. Потому что сейчас, если крупные торги, люди должны прилетать из Владивостока, из Сибири, тратить огромное количество времени, огромное количество там, денег и всего такого, чтобы просто прийти на рассмотрение. Мы постараемся сделать так, чтобы в этом году постараемся, если получится технологически, чтобы можно было перевести это на дистанционную форму, чтобы можно было принимать участие, полноценное участие в рассмотрении жалоб на дистанционной основе. Дальше. И отдельное направление, которое у нас сейчас будет сильно развиваться, конечно же, не могу о нем не сказать, это система ИАС, ГОС и закрытые торги. Мы хотели бы, чтобы в эту сферу у нас пришла конкуренция. У нас сейчас с этим проблема в данной сфере. И чтобы появился электронный документооборот, единый каталог по ГОЗу, конечно, который будет сопряжен с общероссийским каталогом по основной номенклатуре, а также сравнение цен и торги. В электронной форме, секретные торги, имеется в виду, в электронной форме. Сейчас это звучит довольно-таки, конечно, фантастически, но я думаю, что в течение нескольких лет это абсолютно реалистично достичь этого. Вот это большая, серьезная отдельная работа. Не буду на ней подробно останавливаться, потому что мы сегодня гособоронзаказ не обсуждаем. И вот хорошая картинка была у Татьяны Павловны, одна вот, там, где речь шла про законодательство, там каждый нес какой-то свой кирпичик вот в это большое здание. Вот на следующем слайде, коллеги, я хотел бы рассказать о некоторых кирпичиках, только о некоторых, которые мы хотим привнести. Первое – это бесконечное проведение процедур, о котором также сегодня говорилось. В случае признания состоявшимся полностью поддерживаем вот в этом плане то предложение, которое прозвучало в Министерстве финансов. Ровно такое же предложение есть и у нас. Это заключение контракта с единственным поставщиком, так же, как это было по 94-му закону. И так же, как это было, если контракт расторгается, то чтобы заказчик имел право заключить его с тем, кто занял второе место. Это абсолютно правильно. Второе. Это разглашение информации об участниках электронных аукционов. Вот у нас есть такая давняя болезнь госзаказа, как проблемы сговора, как вопросы инсайда. И предложение очень простое. Это исключить в электронных аукционах подачу первой части заявки, чтобы любая компания, любая, зарегистрированная в ЕИСе, могла после автоматической проверки ЕИСом ее предквалификации, автоматической, повторюсь, принять участие в любом электронном аукционе путем подачи ценового предложения с одновременным автоматическим блокированием обеспечения по заявке. И, соответственно, коллеги, я думаю, что тогда мы о всех сговорах забудем навсегда. Потому что потенциально любой из многих сот тысяч участников, а у нас зарегистрировано порядка 600 тысяч компаний, я так понимаю, примерно порядки цифр в ЕИСе, сможет быть потенциальным участником любых торгов. Мы про эти проблемы сговора в принципе забудем. Дальше, коллеги. Банки, держатели спецсчетов и компания, которая обеспечивает функционирование ИИС, у нас сейчас не являются субъектами контроля. Понятно, что это большая проблема, потому что в случае нарушения невозможно дать ни предписание, ни привлечь к ответственности. Мы предлагаем расширить перечень субъектов контроля. Четвертое. Установление в аукционной документации ловушек, особенно это касается строительства. Не только строительства, но в данном примере это речь про строительство. Все знают, как эти ловушки работают. Все знают, что это большая проблема для электронных аукционов. Что предлагается? Предлагается просто согласие со стороны участника после проверки его предквалификации автоматически, также и ИИСом. Все. А дальше исполнение работы в соответствии с ПСД.
И тогда мы также все эти проблемы, которые сейчас являются весьма болезненными, мы их просто забудем. И на последнем слайде, на следующем, коллеги, последние два предложения. Понятно, что предложений у нас намного больше, нежели чем 6 по совершенствованию законодательства. Но вот хотели сегодня представить вам 6. В среднем 60% жалоб, как я говорил, признаются необоснованными. Появились профессиональные жалобщики. Предлагаем вернуться к тому вопросу, который был еще несколько лет назад, по финансовому введению финансового обеспечения, взыскиваемого при тех случаях, когда жалоба признается необоснованной. Это не значит, что участник должен прибежать в фазплатеж какой-то, и мы будем что-то проверять. Нет, можно сделать намного проще. Можно сделать так, что просто предприниматель обжалует, но если его жалоба признается необоснованной, то, например, в течение месяца, как пример, он должен внести определенную сумму средств за именно по той причине, что жалоба признана необоснованной. У нас такое есть и в судопроизводстве, и это будет хотя бы каким-то сдерживающим фактором для тех людей, которые сейчас являются такими профессиональными жалобщиками. Понятно, что это не идеальная защита заказчика, но хотя бы какой-то барьер. Нам кажется, это было, правильно было бы рассмотреть и обсудить. И последнее. Вот то, что мы опять-таки говорили про расторжение контракта, коллеги, в одностороннем порядке. Это болезненная очень история. И если мы ее не решим, то количество несостоявшихся торгов будет только увеличиваться, что бы мы ни делали с процедурой. Потому что когда люди идут на госзаказ под риском того, что с ними заказчик может расторгнуть контракт, и потеря обеспечения будет происходить вне зависимости от включения компании в РНП, как это сейчас. Включили вас в РНП, не включили вас в РНП, а обеспечение-то вы теряете до 30% от стоимости контракта, не говоря уже о самом контракте, то, конечно, количество желающих участвовать в госзаказе будет всегда стремиться к минимуму. Это серьезная большая проблема. Что предлагается? Предлагается простое решение. Синхронизировать, по сути, вступление решения заказчика в силу о расторжении контракта с включением компании в РНП и с потерей обеспечения. Если компания в РНП не включается по итогам рассмотрения, значит никакой контракт, коллеги, не расторгается, и подрядчик обеспечения не теряет. Вот это наше предложение для обсуждения, потому что у нас сейчас явный перекос в этом направлении, и это создает огромные проблемы. В конце, коллеги, что хотел бы отметить, поскольку вот у меня Елена Викторовна толкает все время в бок, и я понимаю, что время заканчивается у нас. Я хотел бы сказать, коллеги, что, конечно же, нам очень важно найти баланс интересов, баланс между правами и обязанностями заказчика и правами и обязанностями предпринимателя. Вот сейчас этот баланс, он не всегда присутствует, а важно, чтобы он был всегда. Потому что если есть перекос в сторону или заказчика, или поставщика, это всегда плохо, должен быть баланс. И поэтому мы вместе с коллегами, с вами, планируем провести очень плодотворный ближайший этот год и такой баланс найти. И многие вещи, я думаю, мы вместе сумеем реализовать. Спасибо всем огромное за внимание. Спасибо большое. Елена Николаевна, без вашей критики нам никак не обойтись. Очень жду вашего выступления. Пожалуйста. Спасибо большое аудитории за то, что она дождалась. Честно говоря, уже просчитала 4 раза до 15, чтобы сдержать эмоции. Поэтому постараюсь очень коротко. Первое, я не думала, что на Гайдарском форуме представителям бизнеса дают слово в конце, после того, как выступают наши замечательные представители органов власти. Вы знаете, и за пределами времени это неправильно. Наверное, все-таки я выступаю не для критики, и вы должны это понимать. И Александр Арнольдович, и все, наверное, понимают, что у меня не стоит задача рассказать, как все плохо. Я просто хочу, чтобы мы искали совместные пути, как сделать хорошо. А для этого всегда нужно выслушивать, ну, как минимум, несколько сторон для того, чтобы понимать, а что на самом деле происходит. Потому что есть совершенно четко, вот мы с вами сегодня на протяжении этой большой секции очень подробно, наглядно получили представление вот то, как выстраивается государственная политика в этой сфере. И есть абсолютное понимание, в принципе, это каждый практически озвучил, что не все, что-то не так, что-то не туда.
Вот столько лет мы делаем и работаем с системой госзаказа, а конкуренция, в принципе, она совсем не та, которую мы хотим. Это совсем не тот результат, зачастую, на который мы рассчитываем. Это значит, что нужно в том числе понимать и попробовать исследовать, а почему это происходит. Вы знаете, я сейчас попробую, я специально готовилась к этому выступлению, только поэтому не убежала, у меня вообще самолет в 15 с минутами, но я все равно это скажу. Вот я вам сейчас на одном очень конкретном примере постараюсь показать, что происходит, когда власть начинает перезагрузку. Вот смотрите, мы сегодня несколько раз послушали, какой важной, в принципе, считается работа с ЕИС, открытие личных кабинетов. Мы уже понимаем, что туда, в принципе, действительно много рассчитывается информации, действий и все остальное. Вот вроде бы этот кабинет нужен. Вот мы сейчас, я у себя в департаменте, мы сели... И специально сейчас очень коротко покажу, что такое открытие этого кабинета для предпринимателей из числа малого бизнеса. Вот есть, кто будет переключать, или дайте мне. О. Это же у меня в ЕИСе. Отлично. Вот. Анна, вот смотрите, что мы начали. Первое, мы пришли регистрировать кабинет. Мы не смогли найти инструкцию. Мы сидели, искали эту инструкцию, она в разделе новости, общие, ссылка и так далее. Я сейчас прям... Подробно это расскажу, потому что объясню, почему это важно. Да, то есть в разделе новости, но новости уходят, приходят новые новости, инструкцию найти не найти. Я рассказываю, как мы делали, да? Вы это знаете, а мы это делали бизнесом. Предприниматели сидят и занимаются. Дальше. Мы решили, нашли инструкцию, распечатали 33 листа в PDF. Ну, мы же понимаем, что другого пути нет. PDF, инструкцию распечатали, сели. Дальше начинаем переключать и видим. Нет. Видим. Так, это что? Я еще тоже очки забыла в машине, поэтому буду... Да, то, что есть. Итак, 3 часа мы настраивали времени. Время. Сертификата. Да, вот... Да, пошли дальше. Значит, мы начали затрачивать. Загружаем сертификат. Постоянно выходит сообщение, что это системная ошибка. Дальше действуем по инструкции. Неправильно прописан адрес системного. Переключаем дальше. 3 часа мы этим занимаемся. Хранилище сертификатов. Путь не прописан. Путь не найден дальше. Дальше продолжаем. Зовем системщиков, потому что сами уже ничего не понимаем, что делать. Технические требования нам выходят для компьютера. Мы понимаем, что наши регионы вываливаются из этой истории, потому что у них нет такой операционной системы, которая может все это переварить. Дальше. С 15-го раза начинаем дозваниваться в техподдержку. Вы знаете, мы сняли видеоролик, мы его вам покажем. Мы звоним в техподдержку. Есть видеоролик? 29 секунд. Покажите видеоролик. 29 секунд наших страданий. На самом деле это времени больше, мы просто сократили. Давайте. Ну, то есть мы там пытаемся и... Мы же в цифровом мире живем. А звук? Ждем. Ждем. Не в пожарную, вам. Первый освободившийся. Время. Первый. Самое обидное, знаете что? Что спустя 15 минут, когда с нами соединились, нам сказали, мы вообще не занимаемся техническим сопровождением, поэтому читайте подробную инструкцию, которая расположена у нас на сайте. В этом отношении я не критикую, не думайте, Анна. Я просто к тому, что мы испытываем для того, чтобы, в общем-то, всю эту историю пройти. И дальше мы, конечно, вспомнили электронные площадки. При том, что я тоже все время про них говорила, какие у них высокие цены, но они хотя бы консультировали. Понимаете, у них хотя бы можно было дозвониться и все сделать. Следующий наш слайд – это то, что, конечно, подпись. Да, нет проблем с получением подписи. Есть проблема только в том, что стоит она
Я же за бизнес, за малый. Самое минимальное, что мы нашли, это 7400. Не вопрос, но еще раз повторюсь, мы с вами должны понимать, у нас сейчас предприниматели каждые 3 копейки считают и каждую историю идут. Поэтому сейчас я хотела бы вот попросить, почему я об этом так подробно рассказала, вот переключить, если дальше, то я хотела вот... Перезагрузка, она у меня, например, с 2 вообще большими вопросами. Потому что вся перезагрузка, которая идет к нам сверху, вот цели это правильные, цифровое пространство и все остальное, оно приводит к тому, что мы тут же входим в штопор, мы, я имею в виду предприниматели, бизнес, особенно малый бизнес, микробизнес, потому что они вынуждены на каждую вот эту перезагрузку часы, дни, деньги, тысячи терять, входить вот в эту зону абсолютной турбулентности, потому что это реально очень быстро. Трудно, это очень трудно. Понимаете, мы говорили о том, что мы с помощью нашей контрактной системы будем развивать производственный бизнес. Но нет никакого производственного бизнеса, потому что уже минимальная цена, вот этот фактор, он убивает производство, в принципе, на корню. Ну, потому что нет денег на развитие. Но нет денег, торги ради торгов. Получается такая ситуация. Мы говорили о том, что это будет стимулировать производство качества. Но при том, что критерий цена, ну, не будет никакого качества, потому что я выигрываю торги, ну, я опосредованно, да, вы понимаете, что я сейчас выступаю от лица бизнеса. Бизнес выигрывает торги, потому что просто хватается за любую работу, потому что нужно зарплату выплатить, денег в производство, в обновление, в что-то. Вы знаете, ко мне пришел вот буквально на прошлой неделе руководитель малого предприятия, он вообще больше 10 лет занимается, выигрывает торги на уборку помещений. И он мне говорит: Елена Николаевна, если 10 лет назад я покупал там супершвабры, суперсредства, тряпки необыкновенные, форму шил для своих сотрудников, сейчас самая дешевая туалетная бумага, мыло там из сарая, из какого-то, потому что цена такая, конкуренция такая, что мне нужно либо просто все закрыть, либо просто вот вообще прийти. И он говорит... Я передаю его текст. Не обижайтесь, государственные служащие, что у вас такой низкий уровень уборки. Мы сэкономили на всем. Мы просто вынуждены в эту историю идти. Следующий вариант, который мы говорили, по целям. Мы говорили, что участники, количество торгов СМП будет у нас все больше и больше приходить. Не будут они пока приходить. Не будут, потому что очень сложно. Мы с вами вот этот процесс, я очень поддерживаю, Максим, вас, потому что вы действительно, мы здесь сделали супер университет для учеников 1 класса. И рассчитываем, что они все у нас гении. Нет, они не все гении. Они не могут этим заниматься. Сложный процесс. Деньги нужно замораживать. Рентабельность низкая. И сразу возникает вопрос. Но почему мы считаем, что наши люди вот будут все время лбом стены пробивать? Не будут пробивать. Следующий вопрос. Повышение прозрачности со стороны заказчиков. Знаете, весь парадокс в том, что не только малый бизнес стонет и плачет. Крупный-то бизнес тоже оказался в такой же ситуации, когда сам процесс, он по существу разрушил цели. Мы все занимаемся соблюдением регламентов, инструкций, туда-сюда. У них еще и уголовная ответственность у заказчиков, по большому счету. Малый бизнес тоже посадят, но по другому поводу. И здесь, конечно, в этом вопросе самая главная цель-то не достигнута. То есть мы-то рассчитывали, что вот будет идеальный процесс, когда заказчики сделали заказ, пришли производители, супер, модернизированные, за счет госзаказа растет, развивается малый бизнес. Нет этих целей, уже как бы их не видно, потому что совсем другие процессы. Процесс поглотил сам смысл вообще всего того, что затевалось. Поэтому у меня только одна, как бы такая, опять же, я уже совсем убегаю, совсем бегу. Мне кажется, что нам всем надо очень серьезно подумать. Перезагрузка должна быть не процессов. Вот все, что мы сегодня рассказывали, слышали, опять как, что, перестроить, упростить, столько документов. Давайте мы попробуем в 2019 году перезагрузить смыслы и понять, как на самом деле, что нам на самом деле вообще-то нужно от этой системы, как мы вообще хотим. Может быть, нам многое удастся для какой-то части, может быть, появятся смарт-контракты. Может быть. Хотя я понимаю, что в таком
такси-то я свои деньги из кошелька вынимаю, а, извините, здесь-то у нас заказчики все-таки государственными деньгами как бы распоряжаются, и поэтому не факт, что он купит ту машину, которая на самом деле государству нужна. То есть мне кажется, что мы должны сейчас вот эти уровни разделить, четкие цели переформатировать и дальше решить. Вот тут мы идем этим путем, и вот все эти действия производим. Вот тут мы вообще все упрощаем. С производственным бизнесом, наверное, совсем работаем по-другому, с услугами по-другому. То есть вот на самом деле очень хочется такой действительно смысловой дискуссии, когда мы все вместе, а здесь суперпрофессионалы, я очень уважаю этих людей, мы уже не один, в общем-то, форум так вот друг другу все рассказываем. Я все время рассказываю о том, как тяжело, а мне все время рассказывают о том, как все меняется в лучшую сторону. И вот в этом отношении я очень рассчитываю, что мы получим... Вот все, что я привела пример с регистрацией личного кабинета, я знаю точно, что это будет меняться в лучшую сторону. Но сколько людей, еще раз повторюсь, в стрессе будут находиться, и как нам сделать так, чтобы каждое изменение к лучшему не убивало наш малый бизнес в своем желании работать, вот это главная задача перезагрузки, о которой мы сегодня говорим. Спасибо вам всем большое. Спасибо большое. У нас мы перебрали абсолютно все время в этом году. Это нонсенс для нас, но мы, тем не менее, понимаем, что проблем больше, чем. Буквально по минутке. Анна Тимуразовна. Да, Михаил да, Яковлевич. Давайте. Давайте начнем с меня. Очень здорово. На самом деле я хотел сказать, что то, что я увидел, ну, меня не было лет, наверное, где-то 6 в сфере госзаказа. Конечно, когда я увидел огромное количество документов и их всех прочесть, это очень сложно, это правда, нужно быть академиком. Но я хочу сказать, что с точки зрения общероссийского, ну вот ЕИСа, если так говорить, не общероссийского портала уже, а ЕИСа, конечно, огромные изменения произошли, огромные изменения за последний год и очень серьезная динамика. И я вот хотел бы как раз сказать слова благодарности Анне Тимуразовне, Катамадзе, давайте ей похлопаем, потому что на самом деле, понимаете, как бы вот у меня у самого идей очень много. Я думаю, что у каждого сидящего в зале идей огромное количество. Но от момента, как мы эти идеи имеем, до момента их реализации, нужно проделать огромную, тяжелейшую дорогу. И очень часто кажется, что такая простая идея, давайте-ка ее быстренько сделаем. А когда начинает делаться, оказывается, что там есть 500 подводных камней, и чтобы их преодолеть, нужно потратить огромное количество времени, сил, не говоря уже о том, чтобы делать это грамотно. Поэтому, понимаете, как бы, конечно же, наши идеи опережают наши возможности. Вот я думаю, что мы возьмемся и все-таки сможем сделать так, чтобы... И многие идеи, которые сегодня прозвучали, и те, которые, я думаю, что соберут организаторы, да, у нас же будет какой-то сбор, да, предложений. Обязательно. Вот. Мы их обязательно рассмотрим и постараемся все здравые зерна реализовать. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна Павловна. Тоже небольшая ремарка. Елена Николаевна, жалко, что пришлось убегать. А все же, к сожалению, получилось так, как правильно сказал модератор. Елена Николаевна выступила больше с критикой, чем с оценкой результатов работы. Хочется сделать небольшой комментарий. Не бывает результата с самого начала. Любой результат нужно вырастить, любой результат должен, любое дерево сначала нужно посадить и дождаться, пока оно вырастет. Не бывает так, что человек, который пользовался печатной машинкой, на следующий день садится за компьютер и начинает пользоваться суперпрограммами, писать чертежи в сложных механизмах. Это процесс, которому нужно научиться. Для того, чтобы научиться, нужен учитель и педагог, который может тебя научить и донести, как это делается правильно. На примере сегодняшней, наверное, панели хочется обратить внимание на ту деятельность, которая была проведена корпорацией МСП. Как было уже сказано, Александр Арнольдович под его руководством была проведена колоссальная работа с заказчиками, с субъектами малого предпринимательства в рамках 223 закона для того, чтобы привлечь к закупкам в рамках 223, для того, чтобы заказчики доверились субъектам малого предпринимательства и допустили до своих закупок, для того, чтобы субъектам малого предпринимательства донести технологию и порядок участия в соответствующих закупочных процедурах. Это работа, которую нужно делать. Безусловно, органы власти формируют политику, формируют нормы, формируют механизмы. Задача вот на примере казначейства Анны Тимуразовны – это все те акты, которые 200 больше по количеству, сделать так, чтобы заказчики, участники их не читали, чтобы, заходя в единую информационную систему, настройка интерфейса на автомате не заставляла задумываться заказчика, а что написано в акте,
партии, потому что это было предустановлено в программе. Это тот результат, к которому мы стремимся. Но любой результат не может быть достигнут одним днем. Поэтому только совместная работа, совместное направление позволит нам достичь этого результата. А из сегодняшнего сессии я могу сказать, что для меня положительным элементом является то, что мы, вот, независимо и от критики, и от оценки, мы движемся в одном направлении. У нас есть нюансы в деталях настройки, но у нас направление одно – автоматизировать, облегчить, сделать доступным и понятным. Как только это будет легко и просто, и участники потянутся, и заказчикам будет проще. Поэтому главное нам это реализовать и максимально обеспечить в 2019 году. Спасибо. Спасибо. Максим Станиславович. Я коротко, с последнего выступаешь. Но меня на самом деле порадовало выступление. Да? Я именно с этого и начал свое выступление. Сказал, что я имею в виду под перезагрузкой. И вопрос в том, что нам срочно и необходимо делать. Я понимаю, что государство это такое, вот, если сравнивать вот с движением на дороге, да, государство даже не автобус, да, это такой каток, который едет медленно, да, который повернуть, ну, я не знаю, как его можно повернуть, да, и бизнес, который, вот малый бизнес, это вот так, на скутерах мальчики спицы ездят, да, между машинами, быстро уехали, да, там побольше машины, помедленнее едут, но стремиться к тому, чтобы мы все-таки с катка переехали, пересели хотя бы на КамАЗ, да, который, в принципе, поворачивать может, вот, где-то, да, несмотря на то, что там все-таки в песках, говорят, и на бок падает, вот, но, тем не менее, хотелось бы как-то побыстрее ехать, и поэтому вот я вот использую все, что у меня есть, чтобы как-то подпинывать вот этот каток, да, помогать поворачивать в нужную сторону. То, что говорил Александр Арнольдович, ну, вот я преклоняюсь перед человеком, то, что он своей энергией, своей возможностью делает то, что делать, в принципе, невозможно, да. Вот, то, что он делает, да, это вот заставить государственные корпорации с их странным аппаратом, который хочет, чтобы были счастливы только они, а не вся страна, да, вот, заставить все-таки заключать контракты, даже на субподрядных контрактах с малым бизнесом, ну, это огромное количество усилий. Я же говорил о том, что это должно стать системой. Потому что если вот сравнивать, там, как ребенок рождается, да, вот есть обычный способ, когда он рождается, и большинство детей рождается именно таким. Да, но есть еще там такая процедура ЭКО, когда при помощи врачей это происходит. Да, вот Александр Арнольдович – это врач. Да, но если мы всю страну и весь малый бизнес переведем вот на эту систему через врача, да, Александр Арнольдович быстро закончится, он не сможет. 25%, к которым мы стремимся в экономике малого бизнеса, да, вот так в ручном режиме им помогать. Поэтому мы и говорим, что должна быть система. И я здесь не сколько с критикой выступал, а сколько говорил о тех направлениях, которые сегодня являются необходимыми. Это дружелюбный интерфейс вообще всей системы, это снижение издержек, потому что они крайне высокие сегодня в системе госзаказа, как с одной стороны, так и с другой стороны. Снижение издержек приведет, собственно говоря, к более положительному результату. Ну и со всеми присутствующими здесь мы находимся в контакте, и, собственно говоря, мы и используем то, что они делают в своей работе для того анализа, который, наверное, мы и должны делать. Спасибо. Анна Тимуразина, одну минуточку. Комментарий. Жаль, что Елена Николаевна ушла. Вот она, понимаете, драку затеяла и сама убежала. Ну, на самом деле, конечно, Елена Николаевна наш партнер, и мы много взаимодействуем. А для нас она, безусловно, вот, несмотря на там, эмоциональность некоторую, такую критичность взгляда всегда на все, это как раз может быть и правильно, и, может быть, действительно стоило с этого начать, тогда, может быть, мы свои доклады по-другому построили. Но, конечно, я все равно скажу два слова относительно того, что касалось непосредственно сейчас регистрации поставщиков. Она у нас идет всего 5 дней, начата она с 9 числа, с рабочего дня, и... Коллеги, понятно, что поставщики сталкиваются со сложностями понимания и самого постановления 1752. У меня вся статистика онлайн. У нас 6 тысяч обращений вот в тот самый колл-центр, из которых мы на сегодняшний день регистрируем в качестве инцидентов работы системы всего около сотни в день. То есть все остальные 6 тысяч обращений – это разъяснение того постановления, которое принято. И я не к тому, чтобы оправдать нашу работу или наш колл-центр. Понимаете, у нас в колл-центре сидит 200 человек, а
предпринимателей, которые регистрируются, у нас сейчас в день по 3000. У нас никогда не будет ситуации, что все будут дозваниваться до колл-центра. Я даже иллюзий не буду никому создавать. Это просто нормальное абсолютно состояние, начало просто вообще в принципе новой абсолютно вехи. Поэтому мы, естественно, абсолютно ожидаем спад вот этого накала. Тут все понятно, это красивый мультик можно снять. Я таких мультиков могу сама каждый день наснять столько, что, понимаете, это действительно есть проблема абсолютно решаемая. Я надеюсь, что главной проблемой малого бизнеса в госзаказе является то обстоятельство, что они не могут дозвониться сегодня в колл-центр. Но, к сожалению, этот ролик был бы полным, если бы он отражал несколько больше проблем. Ну и ключевое, наверное, здесь мог бы быть, хотя, наверное, так нехорошо говорить, но тем не менее, все-таки я хочу вернуться к тем тезисам, которые здесь сегодня звучали от моих коллег. Меня лично очень радует то, что нам не так часто удается садиться вот так вот и пообщаться, вот что называется, по душам в режиме мозгового штурма, мы завалены операционной работой, но мы совпадаем во взглядах и в понимании, что делать дальше. И все-таки мы хотим больше формулировать предложения о том, что делать. Все понимают, что надо упрощать работу и заказчика, упрощать работу малого бизнеса, надо дебюрократизировать законодательство. В таком объеме, в котором оно есть, его не то что трудно понять, его и трудно автоматизировать, и трудно понимать, и трудно вообще применять. Но вместе с тем, коллеги, госзаказ – это сфера, являющаяся профессиональной деятельностью. Не будет здесь каких-то волшебных кнопок, волшебных каких-то функционалов, волшебных каких-то актов и инструкций, которые не надо дочитать до конца. 33 страницы. Откройте, пожалуйста, инструкцию к вашему телевизору. Понимаете, это сложные процессы, они требуют профессиональной подготовки и заказчика, и поставщика. Коллеги, это поставка товаров, работы, услуг. Она, если не будет требовать понимания, как зарегистрироваться в системе, она все равно будет требовать понимания, как исполнить контракт. И если кто-то претендует на то, что он должен понимать, как исполнить контракт, но он должен, наверное, уметь прочитать какую-то инструкцию, какой-то акт правительства. Хотя это не отменяет того, что мы должны идти по пути упрощения процедур. Мы просто очень много об этом сегодня говорили. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, неоднократно за сегодняшнюю дискуссию прозвучало профессиональное обучение, нужно быть ученым. Приходите к нам в наш центр развития конкурентной политики и государственных заказов, в нашей академии. У нас многочисленное количество программ. Мы научились обучать за 10 лет. Большое спасибо спикерам, которые сегодня действительно профессиональная дискуссия, профессиональные вопросы. Большое спасибо. Ждем вас в следующем году.